Ну, я чув ти такі легенди маріупольські за такого ну, нереального тігра, як Гена, може вже дійшли до тебе чуйки або може ти десь вже щось з кимось. Чув. Е, ось то якось його треба висвітлювати. Я думаю, що може йому буде цікаво і вам зняти його історію і якось поняв допомогти. Ему это не в тени, потому что ну нереальный просто. А я знаю, что вот я нахожусь в бойцами силах, армии Украины, да, все. Я тут прав в любом случае. По команде что стреляю, во а все что движется. Тут у меня есть ружье-помпа. Я хочу. Убили. пробегаю, говорит, там танк. Я такой, блин, тоже он. ладно, проедет, позовешь. Ты хорошо. Поэтому пришлось ловить там, знаешь, гаубей, собак. Есть один процент из ста. Чем это все закончится? На каком языке? Ну, я на русском что украинский я еще такой в процессе свободного Господи. владения. Я такого наговорю, что мне потом все э, знающие люди очень хорошо украинскую мову будут мне каждый встречный и поперечный рассказывать, что я дурачок. <laughs> а мне таких и так хватает в чате. С самого начала э, историю. Начало 24 числа у меня вообще такое 23 было комичное. Я направился 23 числа к очень моей так скажем знакомой даме на рандеву. Угу. Да. то есть вот вот уже и вроде и семья и быт и квартира ну есть, нет да? не прям то что семья, ну это какие-то знаешь там многоходовка типа которая может быть бы что-то это ну я такой все и звонит мне я к ней приехал посмотрели мы фильм что-то сижу звонит телефон телеграм я смотрю это мой лучший друг там военный товарищ да? Он меня набирает. А он очень был в курсе всех этих там знакомств. Он и а служил работал. был, да? Да, ну, да, он там и служил. Он, ну, вот прям все-все. Вот, он, он Максимальный этот. Э, я я поднимаю. Говорит, короче, в 4 утра наступление. Я говорю, вот это инфу занес. Говорю, откуда? Я говорю, ну я же такой, этих наступлений было уже, ну, типа, за это время. Не каждый день, что не день, до наступления. Он говорит: да, но скорее всего, завтра будет именно наступление. Я такой, ну ок. Я говорю, а что сколько? Он такой лям. Я говорю, лям, что я тебе должен или что? Он говорит, нет, лям людей. Я рулям людей, и что? пойдет? Ну, ну, да. Я говорю, вот я инфа прям как супер точная. Я говорю, а где пойду? Да, где-то в Луганске. Я такой, ну, ок. Я говорю, что делать? Он такой, ну, нам бы не, не, мешало бы нашим составам, это вот, что мы морпехами служили, знаешь, что mm -hmm. походил. Потому что мы максимально там были слажены. Сважены, а да, и у нас там хорошие показатели были, там mm -hmm. супер. Не мешало бы нашим составам собраться, типа, и будем что движевательно. Есть у меня там выходы с кем, типа, и что? Я такой, ну, подъезжай в Краматорск. То <laughs> есть, знаешь, типа, с Мариуполя ближний свет. Я такой, ну, если завтра будет наступление, какой Краматорск? Ну, я попытаюсь. Я ну, все, давай, положил. Ну, я так лег, лежут, знаешь, с мыслями, ляма, что с ними делать, типа, какой ляма, сколько, я так начинаю себе представлять, визуализировать лям э, людей, знаешь, типа, я там начал там со взвода, типа, и потом такой батальон, бригада, такой, думаю, так бригада, это уже вот так смотришь, не конца, не края, да, да. а если лямы умножить, знаешь, я помню, когда на срочке служил, у нас служило тогда 1400 срочников. Угу. Это так... полк? Ну да, и вот так на палат смотришь, а там вот эти все в дубки и лысые, знаешь, в беретах, и там вот такой, думаю, как много агоедов, где вас только нарожали. Да? Этот. Я такой думаю, блин, ну ладно, думаю, ну он такой любитель, конечно, был, немного накрутить, чтобы я угу. не, не расслаблялся. Ну я ж лежу-лежу, 4 часа утра, там где-то 3.50. Ты не спал? Ну, я так типа проваливался в сон, но я начал с того, что это же размышления, знаешь, там, что, что, а я на другом конце города думаю, а что такое, ну, со снарягой надо было ехать, ну, дурачок, типа, лежу. Четыре утра начинается прилет и окна вот так, типа, я открываю, а у нее как раз, типа, вид на водяное, знаешь, mm -hmm. да? я открываю и смотрю фосфор вот так над, над водяным просто, опыт. я такой, о, класс. Она что-то говорила: О, салюты! Я говорю: да, салюты! Я говорю, Война началась. Да, да не шути, я говорю, не шучу. Я закрываю балкон, переодеваюсь, вызываю такси. А вечером я ехал на такси 70 гривен, включаю 450. Я говорю, ну ладно, что делать? Вызываю такси, все, сажусь. Приезжает такси, я говорю, все, аривидер, не знаю. Увидимся, не увидимся. Скорее всего, что нет, пошел. А спускаюсь в такси таксист такой на веселее играет какая-то турецкая музыка. Он такой, фу, я думаю, ну, я такой еще, знаешь, подозрительный, может может радуется, типа вот этой теме. Угу. А он везет такой, и мы выезжаем, и у нас проносится колонна техники. Уже. Ну, я не знаю, что там техника была. Но они уже туда в водяное полетели, типа угу. гаситься. Он такой, о, вы, пацаны, на учение поехали. Я говорю, нет, <смышл> в смысле нет? война началась. Да как, шутишь, шу шу типа? А я смотрю, он такой слеганца заспанный. Я говорю, вы походу спали? Он такой, ну да, я говорю, так война началась. Я говорю, не смутило, что типа 70 гривен и 450? Он по привожу глянул, он такой, он да, точно. Звонит там какому-то куму, и слышу, там ему в трубку говорит, кум, это пизда. Он такой, я понял. Положил, ему, мол, чего, молчал, так как в рабу, знаешь, вдвоем едем. Типа, без музыки. Да, без музыки, без ничего. Я выгрузился. Все, говорю, спасибо. Ну, реакции никакой, он просто дал на ногу. Я зашел, переоделся, у меня уже все собрано было, погладил кота. Кот это святой. Звоню на работу, шел выходить. Мне говорят, да, выходи, что такое? Я говорю, ну там же, да, выходи, хорошо. Думаю, сейчас выйдут у нас, как вооружат, как зарядят, все. Ага. Вышел. Начальник говорит: такой, типа, ничего не будет. Я говорю, уже, уже, уже все началось. Он такой, ну, тут, тут ничего не будет. Типа, в общем, в он общем, занимайтесь службой. Что-нибудь, придумайте, все нормально, говорю, хорошо. Сел в машину и уехал. Больше я его не видел. <laughs> Знаешь, типа, вот такой, такой пацан. Но я всегда знал, что он, типа, какой-то мутный парень. Ну, как бы. Все... И все, и вот так я уже 24 вечером пишу пацанам. У нас общий чат наша, это движухи. Кто-то уже завяз, кто-то был в ротации по Луганском, уже все, связи нет, там завяз в боях. Пацаны, которые вот, э, друг, что мне звонил, он говорит: ну да, до Краматорска мы уже в Краматорске не соберемся никак, потому что ну, несется такое, просто что мы не успеваем. Он говорит, будем, кто где на местах, сейчас время чуть пройдет, если все нормально, будет где-то уже пересечемся. Ну. И вот так вот, собственно, началось. Я уже потом смотрю новости, смотрю эти обстрелы. У нас в Мариуполе разнесли сразу все ПВО. Ну, у нас ПВО, я не знаю, как оно там было, а не было. У нас стояла такая большая радарная станция на въезде в город. Ее там сравняли. На радиолокации. Мы... Ну, да. Угу. На... По порту там, ну, нормально ударов нанесли по городу. так типа. Но не так много, как я думал будет в первый день, знаешь. Типа... Ну, и вот так все, оно идет, идет, а... Я как рядовой, ну, типа, солдат, который там воевал, знаешь, вокруг города, всегда думал, что у нас будет вся, вся весь замес вот это водяное Мариуполь, понял? С Донецка оттуда вот это, это соприкосновение. Там-то Крым, что там, насколько между нами и Крымом, сколько там дистанции. Там перекроют, усилят, ничего там, ничего не будет, mm -hmm. знаешь, типа... Время идет, и группировка крымская очень А слушай, ну если вечером, 24 четвертого уже ж было везде, по новостям, уже и Харьков, и Киев понеслось, все, и Одесса понеслось. Ну, у... все понеслось очень серьезно. Но ну, опять же таки, у нас начались они, что я по-водяному обстреляли, и начались замесы на водяном. Я думал, что вот эти все замесы. Ну, может быть, знаешь, там как-то разойдутся. Какую-то часть района, мы, может, города даже типа, придется mm -hmm. отойти. Но ну, вот это все будет там. Ну, я не думал, что приедут с Крыма с той стороны. А я ж все сидел, ждал, знаешь, пока наша служба что-то расчехлится. Она не счехлится. В итоге, в один прекрасный день <laughs> я для себя решил, что служба не вывезет, ну, она вообще бесполезная. И надо присоединяться к нормальным чувакам и mm -hmm. с ними работать, знаешь, типа, потому что это. А уже света не было. Связь через раз, Киев, старый, уже все. Связаться ни с кем не могу, знаешь, ни с пацанами, там, ни с кем, ничего не. Ну, все я вот так вот выход... вышел на улицу, просто военные, гражданские какие-то, и начал, знаешь, автостопом ловить чуваков, которые меня там довезут куда-нибудь в ТРО, там еще что-то, я же там... А гражданские вообще начали выезжать, покидать город или... Да много кто сразу свалил, очень-очень много. Кто. это вот, кстати, наверное, самые люди, которые, типа, пони... понимали, что, что будет, знаешь, и они сели сразу в машину. У некоторых уже были собраны, потому что я где-то числа 22-23 видел, у некоторых людей машины стояли уже загруженные. Запакованы. Да, да, просто садись и есть, знаешь. Ну а я в итоге вот таким вот э, автостопом методом наконец-то на, на, поймал одних из тех людей, с которыми я на полигоне тренировался. Что э, там <laughs> есть места, знаешь, типа у вас в вашей там банде? Mm -hmm. Да есть, давай погнали. взял всю свою снарягу, переоделся в, в мультикам, оделся мод, по модному, что, знаешь, ну, типа и все. Поехали мы, поехали мы записываться в ТРО, а нам говорят, тип нам сидит, говорит, слушайте, я говорю, сейчас вот сюда запишу вас. Но журнал я потом спалю. <laughs> типа скорее всего. Я говорю: Ну блин, ну запи куда-нибудь запиши. Он говорит: короче, я ему паспорт показал, нам оружие выдали, патроны. Вперед. Все. Большая очередь была, кстати. В Мариуполе вот запись второго военкоматы. Или... Ну, тогда, когда наверное, была большая очередь. Военкомата много было. Mm. Я военкоматы видел, у меня скидывали фотографии. Да, много было в военкомате. Mm. Там сразу чуваки с рюкзаками. все mm. очень много. В ТРО там было как-то непонятно, везде э, менялись у них места записи, знаешь, насколько я там слышал. С точки зрения безопасности? Да, да. Что, ну, да. Угу. То там, то там, знаешь, там же начались эти диверсанты мариупольские, там начали, начали люди вот таких ловить переодетых уже в зеленку, у угу. которых эта зеленка лежала там где-то завезенная. Знаешь. Это все консервы уже такие. Да, вот. этот и они потом в нее переодевались, но они не угадывали тайминги, и вот так выходили, знаешь, а тут мы стоим и они такие: "О, здорово", они такие: "Здорово, хорошо ты отдел". Он говорит, да я просто рабочка, я, да, я рабочка уже не отдел. И что вы с такими делали? Отвозили, наверное, отдел, всех там полиция. Ну, пока все это, знаешь, было как-то этот, они а вот таких, которых там уловили, отвозили, а полиция им уже объясняла. И их отпускали? Ну, гражданских каких-то, прям, чтобы при мне я не видел никого, нет, потому что нам не было, знаешь, там смотри, И Мы привезли, вот люди, вот. Первый вот, бой вот. в Марике, вот уже Ах, понеслось. Не в Марике, под Мариком. Угу. Мы выскочили, нам сказали э, на поддержку пацанов э, с гвардии, там еще что -то. В общем, там вот эти москитные, понял? Где да. мы? По три машины, да, по да, две. Да. И говорят, тут вот у нас есть несколько дорог. Вроде бы как будет там. Но вы вот тут сидите, mm -hmm. и там и так рассадили, знаешь, вот эти группы. У нас где-то по Мариуполю вот таких э, добровольцев, ну я не знаю, не могу сказать это прям добровольческих, но вот таких вот, знаешь, будем называть их добровольцев да, условно. Где-то групп 5, наверное, было, mm -hmm. которые, ты знаешь, люди ж как смотрели военные, э, типа вроде все нормально, типа сидит с семьей человек, да, ну то есть зачем ему рыпаться. Нормально, 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 становится хуже. видит, что там не вывозят, да? Типа, он такой, все, семью, вот, я пошел, знаешь. Mm -hmm. У другого вот этот период нормально, он там дальше, знаешь. И вот так вот, оно начали люди подтягиваться даже с боевым опытом, типа, со временем, знаешь, mm -hmm. они так подходили, подходили. И нам говорят, бой, типа, езжайте. Там все, все, это... Ну, что, темно, знаешь, я тогда... Э, у меня вот в таких движухах логика простая. Я типа обычный морпех, там, рядовой, грубо говоря, я никогда не спрашиваю, типа, и не, не разбираюсь там, зачем я, хотя а кто у нас командир? Задача удара. Да, я знаю, что вот я нахожусь в сборных силах армии Украины, да, все. Я тут прав в любом случае. Мне говорят, вот там противник, туда надо стрелять. Все. Ну, то есть, зачем мне разбираться? А кто там спросил? А кто нами командует? А вот что это? Были такие товарищи, которые... А кто... А, а кому мы подчиняемся? Типа, ну, какая разница кому? Нам отдали, все, надо ехать. Мы едем туда, садимся вдоль дороги, там, все, дали нам РПГшки, эти там 26-е, там, кого-то семерка, там, mm -hmm. с зарядами была, сидим, все, сидим, сидим. Я думаю, да, ну, у нас посадили как запасных, я думаю, пацаны там где-то сейчас какие-то, ну, там, может, азовцы там или еще. Начнут работать. Начнут работу. гасить, да, где-то там дорога, да, мы тут посидим, ну, проконтролируем все. Там несколько часов спустя слышал звук техники, гул. Ну, все, соответственно, там сразу вот это, знаешь, в пот, вот так, думаю, так, 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 а что это у нас тут? Хотя я уже как бы и был знаком, знаешь, там, с техникой и с каких-то там мероприятиях, боях участвовал. Ну, это было прям. А темнож понял, ничего не видно. Какие приборы, какие там прицелы, вот типа что Этот... все смотрят, знаешь, он такой у нас светит, все смотрят. И я вижу, там выкатываются очертания техники, mm -hmm. типа какое-то колесное, типа. Но, ну а гу такой, что я слышу, что где-то там еще что-то потяжелее едет. Какая-то гусеница Да. Туда И я же выхожу, там а у нас у наших 10 человек, у командира была рация одна. Mm -hmm. Я его дергаю, говорю: слушай, а шо вот сейчас подъедет, что нам делать? Типа, это наши, не наши. Ну, что он говорит, мне сказали, что тут наших в принципе, с той стороны ехать не может. Если с отсюда могут поехать, в нашу сторону, все, кто едет, все враги. Я говорю, что делать? Ну, говорит, ну, по команде что, стреляй во все, что движется, а только не в меня. Я говорю, ну, хорошо. Постарайся никого не убить вот из этих людей, типа, которые... Mm -hmm. Ну, хорошо. Ну, там тип у нас был. А у нас был еще один дед, 70 лет, знаешь. Он mm -hmm. пришел, говорит, хочу это. Это, это ТРОшник какой-то или как? У нас вот он вот пришел, в ТРО его что-то не взяли, все, он к нам пришел, говорит, у меня есть ружье помпа, я хочу... <свят> я такой, ты что, дед, 70 лет какой. Он такой жилистый. Uh -huh. Я говорю, ты что гонишь, Типа, что семья. У тебя? Говорит, да что, я уже старый. Семья у меня говорит, далеко. Я тут один, мне терять нечего. Я, я не хочу, чтобы никто, никто другой не командовал, кроме меня, это и государства. Uh -huh. Но вот с этой помпой, у него такой рюкзак был, я открываю рюкзак, там тупо полный рюкзак, вот так насыпью, патронами, знаешь, для помпы абсолютно разными. Uh -huh. Я говорю, ну что, мотивация, есть мотивация. И мы сидим, я же деду говорю техника какая-то, и пам, без моей команды не стреляй вообще, потому что, ну, хрен, бензовоз какой, знаешь, или еще mm. что-то. И все, сидим. Подъезжает, подъезжает, мне же, все, соответственно, я начинаю потеть все больше и больше, типа, все. А потом уже, когда видим, что первый ехал какой-то Урал, а за ним танк. И я и такой думаю, думаю, а танк ехал в, в абсолютно походном положении, знаешь, когда башню назад mm -hmm. разворачивают, mm -hmm. и вот он едет. И мы такие, и, и слышишь там, знаешь, там, танк, 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 так по всей посадке, танк, слышишь, там, шу шу, -шу а да. ты был командиром этого отделения, ну, да? Ну, я был, типа, не прям командиром, я там просто как мог командовать, замом был нашего командира. Mm -hmm. Типа, я доводил людей, он говорил быстро просто, он там рация, понял, ему надо было, он говорил там, сидите тут, вот тебе три человека, сиди с ними и постарайся, чтобы они не убили друг друга. Типа, mm -hmm. Ну, хорошо, знаешь, я там, не убейте друг друга, пожалуйста, хорошо. типа И мы вот так, короче, сидим. Я же такой думаю, фух, смотрю, там типа у нас был, э, вот, он когда-то в десанте служил, в талии в х ну тоже такой. Я смотрю, начал заерзаться, я говорю, что ты заерзался? Он говорит, танк, я говорю, что, будем стрелять, будем стрелять. Я говорю, давай РПС сюда, знаешь, я смотрю, что ты начал там в темноте ее пытаться дергать, я говорю, да, и сюда типа съедим. И я же такой думаю, а что сейчас делать? Начнем мы стрелять сейчас. С той же стороны посадки, походу, тоже наших посадили, понял. Думаю, мне сейчас как полетит все в лицо. Я такой, я говорю, так, короче, мы не супер спецназ, и а еще там в глубине еще чуваки сидят, пусть он заезжают а мы mm -hmm. будем уже там по факту стрелять, да, или, или просто не вылазить, чтобы в нас не стреляли, понял, типа, это. Uh -huh. и он так, они очень медленно ехали, ну, танк, знаешь, ехал своим ходом, он, походу, больше там не мог на всех парах, и они так едут себе, Урал, танк, за ним был какой-то УАЗик, еще какая-то, то ли бензовоз, то ли, ну, небольшая колонна, это да, четыре машины, uh -huh. знаешь, типа, этот. и они вот так продвигаются, продвигаются, и тут э, они нас уже проехали, Uh -huh. Одна, вот эта урал Танк, вот я, я лежу, а он так по дороге едет, не знаю, метров там 50, может. Я там вообще вспомню, зачем я на это подписал, зачем я там в срочку пошел. Знаешь, типа, ты надо было оно ну, мне. Миллион вспомнил да, людей. Да, да, думаю, миллион. Тут их сидите, человек 40, да. Вот в этой колоде, типа, а там миллион где-то, что куда. И тут просто слышу там выстрел, бам, вот так в лобовое, в Урал этот просто. Сразу так светло стало, и эти там наши бешеные люди, голодные на вот эту войну, так просто эти РПГшки в эту колонну полетели со всех сторон просто. Они начали рикошетить, знаешь. Этот... А танк такой, типа, о, баша начинает разворачиваться. Я... Да. Он так развернулся, начинает объезжать вот эту, а по нем стреляют, понял? А я, ну, как бы, я по танку так вообще ни разу не. Для меня танк это там, когда-то мы в 16 году стояли под дапом, мы так типа прибегали, там танк. Я такой, блин, даже оп. Ну ладно, проедет, позовешь. Хорошо, знаешь. А, а тут вот он. Я такой, чуваки там сейчас будут нас убивать, как бы. Ну, думаю, ну подождите, а я тут что, зря и что-то. Поворачиваюсь, дед сидит, вот так уже льется, он так по знаешь, как где-то вытирает. там? Он говорит, да все нормально. И он так поезжает, и кто-то опять слышал, опять орет, выстрел, бам, типа от него так. И все, так со всех сторон начинают. Я эту рпг там взвел, там бам, стрельнул, что-то взорвалось, но ну, ему, типа, все равно. Знаешь, типа этот. Я говорю: давай отбегаем, мы начинаем, начинает стрелкотня в эту технику. Понял. Люди начинают со стрелкотня. А ну, этот ну, Урал, он вез пехоту, ну. Да, пехоту да. вез. И да. что они как Они не усы, они, их, походу там всех, ну, что-то с ними. Они вот так выпрыгивали и их сразу там гасили на этом. Угу. Я так понял, они ехали, вот так, знаешь, на расслабоне, типа. Ну, это... Мы начинаем бегать, там Вазик, который ехал за этот, и вот этот непонятный, он, а то ли бензовоз, короче, бочка какая-то, я так и не понял, то ли вода, то ли, знаешь, mm -hmm. типа, этот. Э, они начинают суетиться, понял, пытаться развернуться, типа, ну, я такой беру еще одну, типа, в вазик стреляю, все, Вазик горит, знаешь, типа, я такой, о, и тут пав... смотрю, танк поворачивает, я думаю, не-не-не, <соценно> это, это, не это не для меня, <соценно> типа, я отбежал, он расстрельнул. Просто куда-то, ну просто куда-то по направлению, но я лежал, я вжался в землю так, я думал, что я, знаешь, своим весом вдавил просто землю там этот, чтобы не дай бог ничего это не этот. И потом он опять начал вот эти маневры, но они походу там по контузию ну это я так, знаешь, они начинают какие-то на этом танке маневры делать, типа я вылез, у меня там еще одна оставалась, у кого-то попросил, получается стреляю я и стреляют еще сбоку и он взрывается, типа начинает уже детонировать, и гореть там я такой типа класс. Знаешь, типа, думаю, так, а что класс, а где остальные? Тут перестреляли, наверное, друг друга, знаешь, уже, типа, этот... Я отбежал, сел в, в кусты, грубо говоря, темно, но он так все озаряется, горит, знаешь, там mm -hmm. еще где-то стрелка дня, что-то... А я сижу такой, думаю, блин, ну, вот как-то оно, ну, знаешь... Не как в фильмах танк с первого раза стрельнул сразу, и он горит. А тут, типа, вы... я не знаю, сколько там настреляли с этих РПГ, там рикошетов куча было, куча что-то взрывалось, а ему, типа, ну, такое, знаешь. Mm -hmm. Ну все, потом я сижу, приходит этот командир, говорит, э -э, сидите тут не двигайтесь, потому что в ту сторону, короче, какой-то десант с вот этих машин остался живой, и они побежали в ту посадку. Угу. Там их сейчас будут ловить, и чтобы мы типа там лицо друг не на друга не попали. Да. Ну мы посидели, посидели, я слышал там стрелка дня, все, потом уже когда э -э, он пришел, типа говорит, все, типа, там слышу начали орать, там прекратить огонь, знаешь, там типа не стрелять, все, там типа без и мы выходим. И с моей группы один тип вот этот э, десантник, он такой что там менжуется. Я такой что такое? Я смотрю, а у него типа рука, понял, он, типа 300 раненый в руку. Mm -hmm. Типа он когда мне РПГшку давал, походу ему какой-то где-то в руку mm -hmm. прилетело. Ну я говорю, ну что турникет? А он с турникетом уже, ну знаешь, люди типа на тренировках, он просто показывает, что у него рука mm -hmm. как бы в крови, турникет закрученный. Я говорю, ну сейчас найдем где-то медика, у нас был там какой-то на ну, этот. Одет что? А дед вышел такой, говорит: я побегу в посадку достреливать этих. я говорю: да подожди, сейчас ты там достреляешься, этот. Он говорит, я этот, я говорю, ну, из Он пошел э -э разбираться, там, каких-то людей начали с посадки выводить. Вот mm -hmm. этих, понял, которые с Урала сбирали. Mm -hmm. И он там пошел с ружьем, что-то им Этот. Mm -hmm. Ну и все. Мы вот так протусовались, знаешь, что-то эти неразберихи, в основном там сидели, светлеть начало. Типа, ждали пока этот больше ничего не ехало. Все. И потом я. Прихожу, даже все горит, знаешь, такой постапокалипсис, Я такой, и смотрю на лица людей, и все такие, типа, кто-то в шоке, кто-то, типа, знаешь, ходит, смотрят на эту технику. Я говорю, а сколько она есть убитый у нас, еще что-то, было, по-моему, 5 или 6 трехсотых. Э, и думаю, что половина из них по френдли Fire. Сами знаешь, себя там, просто. Да, на этот, ну, такие, слава богу, не тяжелые, знаешь, там, типа. Uh -huh. этот. И я подхожу, и там стоят, э, сидят вот так на жопах, пленные, понял, типа, часть стоит, типа, а часть просто, типа, слаживает, понял. Mm. такой, типа, где с ружьем стоит? <laughs> Я такой, что вы тут Кто вы такие? Я смотрю, а у вот, типа тельняшка. Вот, понял Десантники. Я такой, о, откуда? Он с Пскова. Я говорю, а сам откуда? Он с Краснодара. Я такой, а что ты, вот, что ты сюда приехал? Он такой, я не знаю, ну, ты знаешь, они же туда все Дебилин были. Я, вот я научение я на учение. Я на учение, да, я, да, говорю, да, да, я не знал, куда еду. Да, не... да, угу. я говорю, ну ладно, на учение так на учение. А мне, знаешь, типа, никогда, мне просто вот интересно было, типа, вопрос классический, что ты сюда приехал, все. А потом, что там с ними, типа, будет делать, мне ну, как ну, все. Ну, пацаны, что начали опрашивать их, там, кто-то уже это, что там считают, сколько, что там, откуда. Я пошел, думаю, так, у меня там люди без снаряги, надо идти собирать, типа, снарягу. Ну, хоть какую-то, хоть ну, вот конечно. этих чуваков там что-то насобираю. Это... все погорело, знаешь, тан тан танк загорел, Урал этот загорел, УАЗик и тот, который нашли, там машина типа а так скатилась, она просто с этой вас просто вот так типа, да. И вот так вот первый бой, собственно, был. Ну, он, я считаю, что не так плохо, когда смогли там вообще всех развить, знаешь, если десант высадился и был уже вооружен сразу, мы там пыхнули нормально. Типа. Слушай, но ну, а на самом деле это многих спасло. И Киев также спасло, когда ушли вот по Житомирской трассе. Они же все шли без оружия, все в парадной выходной форме, угу. таким типа накатиком спокойно. То если бы действительно вот в Гастомеле, кстати говоря, когда уже десант высаживался mm -hmm. на вертушках, там, пацаны, все в снаряге, и там сразу в пиздячку. То есть там были готовы, там было тяжело. А так-то все заходили на таких колоннах, на легкие. Типа, та сейчас нас зайдет, нас тут ждут. Они поняли, что их не ждут, когда там, знаешь, деды начали закидывать их коктейлями да. мимо. И они такие так, что-то нас тут не ждут. Да, так вот, пацаны, там и с поддержкой, так скажем, моей группы принимали две машины. С Собр. короче какая-то этот с, с щитами и палками, и я такой ему командиру говорю, а куда ты, а он мы, ну, ночью мы их типа блокировали две машины, такие пацаны на райотдел проведете, да конечно проведу, что какие проблемы, курить есть да есть типа модные сигареты там какие-то, шашу это куда вы едете, да мы вот едем нам надо порядок, гражданскими навести, я типа говорю Мариуполь, да Мариуполь мы к Мариуполю подъехали и там кто-то с пацаном говорит, а то есть вы знаете, куда вы едете? Я говорю, ну да, но мне сказали, что я сюда еду. Мы такие, а, так уже все, не прокатит, знаешь, мы не знали, куда ехали. Начали их ложить, они такие выходят и не могут понять. А пацаны что что такие, винторезы, сейчас, сейчас винторезы, открывают машину, а там щиты и дубинки, все. Я такой, ну класс, спасибо. Поедете? Они такие, мы на райотдел едем. Я говорю, да едем, конечно, что вы с им райотделом приехали. Пацанам полицейским их отдали, они такие, забирайте, ваши коллеги. А потом в один прекрасный момент подкатилось так, что мы немного хренили, <laughs>, знаешь, типа, когда я уже там, мы ездили еду, там развозили по позициям, укомплектовывали на позициях там патронами, когда там, нас отправляли. Еще что-то бывало, еще выскакивали вот так, там, отбить какую-то, знаешь, там, или разбить какую-то полуколонну там, где-то поучаствовать. Все. А потом в один прекрасный момент мне говорят, а мы из города уже не выйдем. Я говорю, а что? Ну, вот, вот, все. Типа, я, говорю, ну, с той стороны все, я говорю, а с той стороны, ну, типа, водяной стоит тоже все. Нет, вас. А что будем делать? Ну, будем так. Ну ничего, говорит, нам помогут. А типа, кто поможет? Ну, армия придет. С ага. центральной Украины приедет и поможет. Ага. Ну, такие, а, ну ок, знаешь, типа. Че, приехали? Нет. Так себе, знаешь, помощь, типа, не совсем. Ну, оно ж, знаешь, типа, начался. Это как две разных игры. Первую ты играешь в какую-то суперстратегию, где ты супер крутой юнит. А потом такой открывается портал, и ты падаешь в дум просто. И этот ад, все в тебя стреляет, каждое там, окно хочет тебя убить. Я помню, когда ты там, когда все началось, кто-то рассказывал, что в Киеве выдадим столько оружия, чтобы вот каждое, с каждого окна стреляли, типа, в русаков. Но только потом, что-то я. Мне немного по-другому показалось, знаешь, когда ты, типа, там, какой-то двор, ты туда залетаешь, а ты уже понимаешь, что двор не, не, не двор, и там вот так через подъезд сидят дурачки, да, Такой, да, типа, да. начинаешь заднюю включать, пытаться там как-то обходить, заходить, что-то несется. А я же говорю, я, типа, себя позиционировал как рядовой, я там, мне это, просто там, нам говорят, идите, там, Идите посмотрите в дом. Я такой: О, класс! Побежали, знаешь, Света, нет, ничего нет. Типа на своих двоих там на девятый этаж и обратно. Там mm -hmm. с рюкзаком с патронами, типа со своим все. Погнал там смотреть квартиры, там где-то там прилеты, знаешь, типа. ну, так где-то ночью там подежурил, переночевал, утром выходишь, соседнего дома нет. Слушай, видео весь вот этот происходящий пиздец в городе, как они его просто ровняют? со всего, что можно. Они все равно надеялись, типа, на какое-то чудо, что сейчас эти победят, и все будет в жизни прекрасно. Ты же понимаешь, что менталитет вот этих суперватников, ну, это я их так знаю, да, вот ждунов там, или да. вот, которые именно ждали вот это все, и прям всеми силами. Их не менталитет, это а-ля э, зоновские понятия, знаешь. Э, не хочу не ни, ни обидеть никаких там людей, авторитетных. Которые... Э, авторитетных и этот, но такие понятия, может, даже неправильно, не Ну, короче, их весь менталитет это надо украсть, забрать чужое. То есть, вот элементарный пример того, как жмот улица, да, там, типа, есть сосед, который в снох вот из ничего поднялся, открыл там свой бизнес, вот, он, просто у него не было никаких там богатых родителей, еще, открыл свой бизнес, все вот у него хорошо, начал строить дом, купил машину, все, все, все. Соседка бабка, можно так сказать. Вот на это все смотрит, и вот ей покоя не дает. А вот почему вот у него все есть, а у меня ничего нет, знаешь. Я у меня вот там зарплата, не за по пенсии, тысяча гривен. Типа, и она не думает, что может это потому, что ты не работала всю жизнь, а теперь хочешь пенсию, знаешь, там этот. А она что вот на него смотрит. А тут приходит вот это. И она такая, класс, сейчас скажу, что он укроп. Я заберу себе. И мне все отдадут. И так это и работало. Вот эти все ждали, все. А потом, когда пришли русаки, они говорят, а вот там, 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 а этот вот, а этот помогал, а этот. Все, идите, забирайте их имущество. Ну, все, 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 свелось к очень банальным, этим, просто чтобы украсть, забрать, где лучше. Занять чужое, что-то жилье, знаешь. Вот человек там жил там в двушке, а вот переехал в особняк там, трехэтажный, если он целый остался. Класс. Мерзость ну и они вот таким вот жили вот такие вот э, знаешь это потом как я слышал там мальчики мальчики типа вышли нас тут спасли нас тут притесняли думаю блин когда ну, много с... было таких вообще по ну вот такая оценка усредненная М -м усредненная да на самом деле немного ну как в Мариуполь 750 тысяч было на начало 24 числа. Из того, что я слышал и мог наблюдать, довольно-таки немного. Но знаешь, это тот, тот самый случай, когда там один, два, три человека может типа очень сильно порешать на фоне mm -hmm. какого-то, то есть какой-то жести. То есть и там указанным одним вот таким вот чуваком там 10-15 адресов там или соседей, или которые помогали Украине или которые имеют украинскую позицию, это все вот там их осталось, допустим, если там 1015, да, в городе вот таких именно, которые ждали да, прихода. Ну, то есть крашки. если взять с процентом соотношения, то это вообще мизер. Это от мизер, вот населения. как, каждый из них там начал, знаешь, плюс они же там не, не все из них там знали, что, что как их, то это просто на фонаре вот так вот показывает, просто чтобы забрать и все. И это, ну, очень сложно. Это, ну, типа, моё, моя оценка их логики, но очень сложно вот это понять. Мне, знаешь, типа. Ну, я, я знал людей, у которых просто вот так прилет, убивает дочку с мужем с будущим. И человек этот говорит: так это вы убили. Ну это украинская армия убила. Типа, и все. И он все равно, вот это все, теперь буду мстить за них против украинского. Вот, вот так вот, прям, ну, знаешь, ну, то есть. Я не знаю, как срабатывает это у людей логика, и вот сколько надо было смотреть пропаганды, и сколько надо об этом всем думать, чтобы у тебя пришел вот так. Это абсурд в 21 веке, когда ты, у тебя доступ открытый к любой информации. Хорошо, давай вернемся к Марику. Уже Марик в окружении на тот uh -huh. момент, вы в городе. Чем дальше вы занимались уже, когда... И вообще, как, как, ну, ты, вот, было какой-то момент этого осознания, знаешь, что, ну, все, пиздец. Ну, вот, пиздец начался, когда они начали, вот я понял, что нам, нам пиздец, когда начали фабы падать активно. То есть, как-то так я не видел, знаешь, где они там падают, ну, слышал, что прилет какой-то авиации был, а потом, когда я это увидел, типа, как вот он падает, и дом там слаживается, знаешь, пятиэтажный, его просто, ну, вот так, и это самый, как потом мне объяснили, минимальный фаб. Я, же, знаешь, типа изучал военное дело, но никогда не изучал, что а, авиация, какая авиация, какие бомбардировки, типа что вы, вы, ну, типа, знаешь. Mm -hmm. А тут вот надо было срочно узнать весь список фабов, которые у них там есть и шове. Это... Я такой думаю, что им на вот этих людей плевать. Они их кинут в Мариуполь абсолютно сколько угодно, лишь бы нас тут, типа, взять. И потом, когда я увидел, что они стреляют в дома в рандомные, в те районы, в которых вообще никогда в жизни. Вот были такие районы, где военных просто не было. Ну, никогда не было там. То у и, них нет. был страх, типа, что там большое количество скопления наших военных, или они просто рандомно это все Нет, потом мне чувак, равняло. потом мне чувак сказал, у нас стояла задача. П... Сказал. Да, уничтожить Мариуполь. Были бы вы тут, не были бы вы тут. Если бы даже вы все, типа, в один прекрасный момент собрались, и когда еще была возможность, вы сюда мы, все равно, разваливали город. Для чего? Показать, Мариуполь должен был стать примером. Вот они собирались штурмовать Запорожье. Я так подозреваю, план у них такой до сих пор есть. И типа подкатятся они к Запорожью, вот вплотную, и скажут так. Вот вам картинка. Да, вот посмотрите, дергайте отсюда. Мы заходим за... 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 и забираем. Нет, будет вот Мариуполь. И все. Это вот им нужен для такого. Это и все следующие. Так же самое, как и не только Мариуполь. же Буча, еще что-то. Да. Им это вот, смотрите, видели? Пыточные камеры. Все вот это хотите? Нет. Ну, давайте дергать. Они думают, что это будет так работать. Но на самом деле это у них можно вот так показать, и они такие, о, -о, -о, -о там палкой кого-то дать по спине. Они такие, не-не-не-не-не, но -не 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 -не. забираешь, вот у тебя жена моя, вот дети, все, не надо только бить, знаешь. Ну, тут они просто не понимают, что так ну, не сработает конкретно, так что уже все. Ну, Копы красавчики, хорошо себя проявили. Полиция, патрульная полиция, прям не ни, никогда, я, ну, о них раньше не было плохого мнения, ну, сам понимаешь, да, их мнение в обществе, типа, но то, как они работали в Мариуполе, типа, я прям, типа, ого, ого, ого знаешь, типа. они вот, прям воевали, Воевали, да, они, в, очень много кто врывались вот так прям в бои помогать, все, все, что надо. Я не знаю, какой, ну, я видел чисто вот патрульных полицейских, я не могу тебе сказать там за каких-то представителей там следствия, знаешь, uh -huh. или еще что, без понятия. А вот именно патрульные полицейские, э, я из них некоторых знал, которые вот они не военные, никогда не служили, вот он пришел в полицию, знаешь, uh -huh. типа, и вот тут такое началось, а он там с автоматом там в этой своей там полицейской снаряге лезет там куда-то, знаешь, ну, типа движевать, uh -huh. и он такой. И много таких и девушек видел с полиции, знаешь, которые там не, не посубегали. А они там тоже что-то там, каких-то там то мародеров они там пытались типа покрутить, то еще там mm -hmm. самый. И такую позитивную работу полиции даже не помимо войны, как они там пытались наладить э, остатки работы в городе, знаешь. Там По городским боям. Что тяжелого, страшного, к чему не был готов? Ф ко всему. <laughs> да. Не был готов ко всему, знаешь, я вот эм, всю дорогу, вот как служил, да, там срочно, ну, срочно службы таких мыслей не было, там вообще просто о войне какой-то, знаешь, типа, субъективные там, были мысли. А потом уже, как я там был, так скажем, осознанный контрактник, да, человек, который изучает военное дело, я всегда думал, так, я вот там с 2014 -го года был там, 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 я там был в, в боях, там в степи, грубо говоря, в посадках, там, 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 еще что-то думаю, ну, вот класс, типа, я, наверное... Ну, не то, что прям готов, но вот мог бы вы все и Очень много дискуссий сюда на каких-то занятиях там военных было о городских боях типа. Какие у нас э, примеры городских боев? Это Чечня, да, Афганистан, э, ну и какие-то там обрывки информации Ирак, Иран, там вот эти да. Э, все же смотрят, ну когда эти бои были что-то, да, ну все таки типа. Вот когда все, вся тактика и обучение пыталась выстроиться вот на этом, потому что тут городских боев то сколько лет не было, а тут либо вот это, либо действия каких-то какого-то суперспецназа, знаешь. Но это же тоже не приклеишь никуда, угу. потому что они там конкретно у них да. очень специфика. И что-то вот из этого какую-то солянку и и тренировали. А потом, когда это все началось, я понял, что там тренируй, не тренируй, типа, это просто жесть. То есть вот какие-то твои базовые навыки военного, они играют очень большую роль. там Физо, огневая подготовка, там, использование укрытий, там, перемещение малыми группами, знаешь, типа, и знание вооружения противника, артиллерии, вот это mm -hmm. все, как оно стреляет, насколько и как быстро, знаешь. Вот это все в можно как-то использовать а еще там вот так ты увидел сдалека бегут там да э, русские военные куда-то вот они забежали там три подъезда дом девятиэтажный света нет ничего нет то есть они куда-то делись а надо чтобы они исчезли исчезли да и ты в, ножками девятый этаж с первого по девятый раз два и в лучшем случае если ты они не вылезли просто знаешь в соседнего окно типа в три ты где-то их найдешь а это сбегай туда-сюда. Я так понял, что даже на мою физуку, знаешь, это... А деду вообще был... Да, все что деду? Я, кстати, хотел спросить. Дед бегал? Дед бегал как невменяемый. Я еще такой помню, как ты забежал за ним на, на этаже седьмом, я такой, слушай, дед, подай, я покурю. Типа, <laughs> посижу, я что-то не вывожу. А он на бодрячке такой, типа, не курит, ничего не курив никогда, не этот. Он такой, слушай, откуда у тебя столько выносливости? Да он, да я морс, там, то я морж, там что-то холодной водой обливался. Я, если бы мне так выносливости поддавала холодная вода, я бы жил бы в ней, наверное. Mm -hmm. Ну, этот, он, конечно, знаешь, типа 70 лет, он мне постоянно говорил, мы там, когда успевали общаться, он говорил, я говорю, ну, надо на ну, тебя. Он говорит, а да я уже свое пожил. Я говорит, я видео, говорит, все, что надо было. Я говорит, тратил деньги, видел красивых девушек, говорит, у меня есть типа внуки, там семья уже, все, они типа в безопасности далеко. Я, говорит, там мне что, 70 лет, говорит, ну, поехать куда-то, чтобы там типа 75-80, говорит, ну, мне будет, да, чтобы доживать, ну, что, я, я тут что-то полезное, говорит. Если типа меня за двух сотят, типа, то я говорю, что с тобой делать? Он говорит, Ты ничего никому не говоришь, и все, типа, похороните меня, ну типа, если все нормально, похороните mm -hmm. меня там где-то. Ну там можете пацанами приходить, типа бухать на мою могилу. Все. Говорю, Спасибо большое. Ну, позитивчик такой. Ну да, 7, да 7, такой 75. вообще. И он врывался, типа. Ну, он, он как бы даже на, на тот момент, что ему там 70, там, мне 30, да, я ему там говорю там дед, слушай меня, там надо так, 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 не высовывайся аккуратно там идем. Ну, знаешь, там вот так вот людям приходилось на коленке показывать. Вот мы там сталкиваемся с какой-то ситуацией. Я понимаю, что люди ее не знают. И я такой, типа, ну, блин, ну, давайте... У вот. тебя прям отделение такое, сборная солянка, не подготовлено. Было опять человек из наших десяти, которые атошники, uh -huh. ВДВшник там, вот, еще uh -huh. что-то. Uh -huh. Они как бы, мы с ними вообще там так вот, типа, да, да, все, пошли, uh -huh. знаешь, там, или там обсудили, там, вы как делали, мы... а мы вот так, как вы у себя в ВДВ этом делали, Знаете? мы так, а вы у себя у морпеха как, а я вот так, ну, значит, что-то среднее между этим, все, пошли а вот эти были был атичник, uh -huh. кроме деда он зарабатывал на момент начала войны 5000 долларов и пошел воевать и вот да А я ему говорю но ну, вот когда он к нам пришел и то его кто-то привел и он такой я буду воевать а я говорю слушай ну, а ему там 28 по моему было давай так типа договоримся. а тогда еще как бы не полностью кольцо было uh -huh. я тебе говорю сейчас ты все оставляешь типа я тебе говорю как отсюда выехать ты садишься и едешь она, ну что, я вот хочу. Типа, вы же должны наоборот всех, типа. Я говорю, ну чувак, слушай, типа, ты 5000 долларов зарабатываешь, то есть ты как-то на это выучился. То есть не, не рандомному айтишнику сразу 5000 долларов платят, это надо ого-го сколько работать. То есть ты же в это вкладывал, типа, плюс ты еще довольно-таки молодой. есть ну типа, у меня нет такого, знаешь, что там все должны воевать, сдохнуть и все. Вот все, сдохни, значит. Его. Я говорю, ну вот по-человечески просто так вот едете сюда. Он говорит, нет, я буду. Я говорю, ну смотри, я тебя было предложение, а предложения больше не будет, и, скорее всего, шансов уже не будет. Ну и все, выдали ему оружие, нашли ему там стрягу. У mm -hmm. тоже такой на пози, ну, меньше позитива и выносливости, чем у деда, явно, но, по крайней мере, все, что от него ему говоришь, он делает. Все как бы само... не было никакого, mm -hmm. там ничего он все делал, как бы все нормально было. Но дед вообще молодец, конечно. Это... Слушай, а кого ты из российской элиты встречал? С кем воевал? Элиты? Да. Были там какие-то а, спецуркины? А, нет, я в, на таких спецназовцев Грушники, там, знаешь, ФСБшники, Ахмат Сила, вот эти все. В, с Ахмат Сила пересекался, скажем, было у нас общение. И как они? Как тебе сказать? Как... Э, э, наверное, не стоит прям сильно бояться. Как, как военные, как все, знаешь, я не могу выделить их прям... Слушай, ну, ну это тиктокеры или реально там есть подготовленные люди, военные? Вот тех, которых я видел, они не выглядели как вот эти тиктокеры, за которых они более были приближены к военным, просто понял. Ну, то mm -hmm. есть снаряга была такая более человеческая, знаешь, не было там 5-11 за миллион там, mm -hmm. денег. Типа, ну, все какое-то такое было. Вот э, как вроде у людей, которые шли не ТикТок снимать, а как шли воевать, знаешь? А типа, где-то с ними там пересекался. Да, прилик. в центре города с группой их как-то там прошла, еще там не было, и у нас с нашей группой зал бой. там короткий, типа, и потом все. Этот гуру военного дела я себя не назову, но, по крайней мере, военную подготовку проходил, как и кто-то, и все. И когда мне там кричат, там, сдавайтесь, что, что я должен сдавать? Ты сдавайся. кричали сдаваться? Типа? Да, куча раз кричали. Мы вас окружили, сдавайтесь. Типа, что? А мы вас окружили. Там, типа через, а я не верю, я верю. А я верю в гранату. Это где-то в доме, в каком-то Там Типа дом, да, и рядом дом, знаешь, там вот эта городская застройка, и у нас там позиция была. Я видел, что подходят. Мы так держали оборону, типа, они потом начали нас обходить. И вот так в соседний дом, там через окно, знаешь, грубо говоря. И тип мне овот, сдавайтесь. Я на таком русском, прям, я такой, нет. А вы сдавайтесь. Вы окружены. Я говорю, а вы тоже окружены. Да, слышу, тишина, ёрзаю, там что-то. Я говорю, деду, неси гранаты, типа, мешок с гранатами. Понял. Типа, у нас сумка сброса такая полная гранат, понял, где-то насобирали собирали. И там, спустя 10 минут, типа, сдавайтесь, мы сейчас вас всех убьем. Я говорю: нет, как это нет? Да, вот так. Ты вот так вот просто: давай туда со всех сторон, закидывать И ну раз в 5, наверное, так кричали. Что Была у тебя вообще какая-то надежда на светлое будущее? Нет. В какой-то момент я уже понял, что, скорее всего, что меня убьют, знаешь, типа, я очень э -э, сильно боялся попасть в плед. Да? Да. Ну, типа, мало приятного в этом, знаешь, типа, и там кто-то там, какая-то э -э, романтика фильмов, знаешь, там, с плена, там, спастись, там, еще что-то, я знал, что нет такого не будет, скорее всего, знаешь. Типа, я такой думаю, что жмурану там или оторвет мне ноги. Типа, то хрен его знает, что теперь делать. Ну, там наложу, я себе наложу, то что я там без ног, скорее всего, типа кровью истеку, знаешь. А уже медицины не было. У меня там аптечка, которая со мной была, я ее там на кого-то потратил. Свою опыт, аптечку? Ну, ну а, да, там что-то был какой-то у нас тяжелый э, парень. там, Типа мы его, ну, не из моей группы, там, из другой. А что ты будешь, ну, типа, экономить свою аптечку. Ну, как ты вроде же книжка пишешь, что. Да? Ну, книжка пишет, но по факту, когда при тебе вот так лежит, чувак, кровью стекает, то уже там. Сначала мы были такие супер успешные, знаешь, везде все получалось. А потом начал, началась жопа в том, что 2-200, вот так просто, ляпнула мина 2-200. Они вышли из подъезда, что-то там, я не помню, что за водой, что-то они вот так да, прям, прям перед ними. Ну там шансов ноль, знаешь, никакая там наша медицина не спасла. Позже мы занимали позицию во дворе. Вот так вышли перекатиться в другое место и вот так бой просто с кучей русских. Их там реально куча было. И там рандомный огонь, знаешь, и вот 1-200, 1-300 сразу mm -hmm. все, И вот так вот за, вот, за какой-то там, я не знаю, 3-4 дня, наверное, у нас осталось там четверо, потом двое. А вот. дед? Дед погиб, айтишник погиб тоже. То есть, ну, там из-за артиллерии, а и дед по глупости своей. Типа, я ему сказал не идти, он пошел, короче, и на очередь напоролся. Его просто расстреляли? Ну, да, расстреляли, да, он перебегал через, типа, двор. И схватил там, наверное, все, что можно было схватить, вот все у него полетело. Я даже, типа, как бы мы, ну, за ним, типа, кто-то там говорил, надо, я говорю, что ты сейчас сюда. Мы побежим и все там встанем, все, знаешь, типа, бы. Уже нас, когда двое осталось, я говорю, что ну, там, уже на тот момент скажем, товарищу, да, надо что делать, надо прорываться на завод. На завсталь. Да. Ну, мы уже во, в ходе вот этих всех мероприятий уже было типа слышал, операции проходила, что там люди откатываются, от когда уже где-то где полная жопа туда, знаешь, типа, по возможности. А мы как-то вот лицом проторговали и нас зажали, знаешь. Понял. А у вас была какая-то коммуникация с пацанами с Азовстали? Со а Созовстале не было никакой коммуникации. У нас потом-то и командир погиб с врацией вместе, знаешь. Коммуникация, типа аля, о, Все, знаки, хорошо. вот эти, понял. Все. А, да. И. Я говорю, что поехали. Он говорит, так а куда поедем? Мы там нашли тачку, понял, типа, mm -hmm. которая вроде как на ходу была, даже на колесах каким-то образом. Просто какую-то рандомную, да, где-то да, да, на да. дороге, во дворе. Ну, во дворях стояла, mm -hmm. и как-то ей повезло, что там типа она не была покоцана, наверное, не mm -hmm. сильно. Я говорю, я не механик, поедет. Он говорит, поедет. Ну, куда мы на нее едем, типа, все осколками, заселим. Да и на машине, как бы, знаешь. Ну, я не знаю, я тогда, что то уже, наверное, либо сильно уставший был, либо уже как-то меня это все, знаешь, утомило. Я ему говорю, что поехали. Он вот так просто поехали, педали в пол, говорю, есть там что-то, он завел, и это есть. Я говорю, ну, педал в пол, педаль в пол, что будет, то будет, ну что. И, да. Ну, мы вот так ее выкатили, мы какой-то момент ее выкатывали просто руками, чтобы не слышно было, понятно. <сёжие> типа потом сели и дали по газам. Там -то такая, так скажем, прямая улица, типа, которая вела косвенно к подходам к на Завсталь. А мы все это время, я думал, что это мы такие дебилы, знаешь, и нас просто типа окружили, что центр наш, Mm -hmm. Ну типа все нормально, это просто дурачок, знаешь. Ну типа я себя командиром не позиционировал, но все-таки какие-то мои решения привели вот к вот это, вот этой жопе, знаешь. Mm -hmm. У меня это... ну так сели, ехали, 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 и потом куда-то приехали. Я так и не понял, на что. Ну либо на чем-то подорвались, либо э... ну логика моя такая, что если бы нас заптурили, то меня дострелили, как бы знаешь, типа ну скорее всего мы на чем-то подорвались. Я когда пришел в себя уже рядом с машиной. Товарищи, у нас там машина вот эта правосторонняя то ну, uh -huh, есть праворульная, да. да. А, я вся пришел, он 200, там ну, вообще без шансов, там пол машины нет, а я просто рядом с машиной эти типа, полежал. Ну, это... ну, я так типа не yeah. знаю, сколько времени я там провалялся, я так, знаешь, типа попытался оценить, что вокруг вроде никого нет. Я не могу не встать, ничего. Я, короче, вот так автомат за ремень взял, знаешь, типа и на четвереньках пошел, просто там я в частный сектор, дом, типа, mm -hmm. понял. Я в этот дом, типа, за короче, забрался, там, э, упал под забор, типа, и там сколько-то времени я под забором просто без сознания, походу, лежал. Mm -hmm. uh -huh, да. Ну, в себя пришел. Это же таки сложно там ориентироваться, каких-то временных. В пришел светло, знаешь, типа. Ну, я так... А мне не лучше, знаешь, стоять на ногах, я не могу мне тошнить, типа, все фигня, я так думаю, что делать. Э, оружие, что с собой брать, не с собой, я весь в снаряге, знаешь, снаряга уже такая, типа, шлем. Я, короче, зашел в дом в гражданский, типа там все открыто было, все, видать, уже мародеры или типа. Ну, какой-то дом такой там, пожилых, может, людей, знаешь. Я, короче, снял шлем, оружие, типа, спрятал одел какую-то типа куфайку на себя. И я так примерно понял, где я, и что это недалеко от моего дом, дома, где я жил. Mm -hmm. И думаю, пойду вот сейчас так, ну, я там знал примерный маршрут, посмотрю обстановку вообще. Если сейчас вокруг везде все наши, то я такой маяк, ну, пусть заберут, ну, то есть помогут, что-то завернуть, заберу, типа, оружие. Mm -hmm. Если нет, то попыт уже буду смотреть по обстановке. Хотя я даже, знаешь, меньше думал, что я был уверен, что в центре все нормально. Что там центры еще? Да, да. Ну, может, прям от военных нет, потому что, знаешь, когда все началось, военные старались держаться подальше от скоплений людей. Как бы, что там э, мариупольчане не говорили, что там стреляли чуть ли не из подвала, где они жили, ну нифига такого не было. Типа, военные все прекрасно понимали, что они цель. Каждый и старались подальше держаться от вот этих скоплений, знаешь, там еще что-то. И то есть они просто так бы в центре там никто не. И я же начал там продвигаться, вот это как-то об стенку на четвереньках, вышел, никого не увидел. Прошел еще чуть топ километра там какой-то, уже видел свой дом, тоже вроде русских военных не вижу. Зашел э -э, к себе туда типа во двор. Ну увидел там рядом с моим типа домом был, короче, место, где люди в подвале mm -hmm. прятали, знаешь. Я увидел, что там люди какие-то тусуются, но не выходят, особо я думаю. Забыл. А дом твой был целый еще? Не, он такой же очень-очень побитый был, но квартира я так посмотрел сдалека, что видел, знаешь, вроде как целая. Mm -hmm. Я, короче, пошел домой, зашел я очень аккуратно домой вроде все нормально. Ну, такое, оно все взрывами, двери вот такие выгнутые, знаешь, ну, рядом, типа, были прилеты серьезные, там, все покореженное, окна нет, типа, одного в комнате. Я скину, скидываю всю снарягу себя полностью, одеваюсь в гражданку, такой, думаю, смотр, я смотрю и не вижу ни, ни наших военных, ни русаков. Думаю, что делать? А мне так плохо, просто капец. Я знаю, что там местами типа, проваливают, что я не могу понять, даже сколько времени там, мне прошло. Вот как типа сильно перепил, знаешь, когда ты хочешь спать вот, uh -huh. ты, типа, и стараешься не заснуть. Я такой думаю, блин, ну спущусь. Там вроде соседи в подвале мои есть. Узнаю вообще, что как обстановка. Если что, если прям сильно плохо, попытаюсь у них переждать. Ну, я же по граждане. А не боялся, я, что сдадут тебя соседи. Но ну, знали ж, наверняка, э, что ты военный? Ну, а кто не знал, что я военный. Я старался, типа, все время как-то дома, знаешь, ходить к дому с дома, типа, в гражданке. Я не любитель лазить э, был, знаешь, по городу там, в форме, козырять, там, что я военный. Мне гражданка типа переоделся. При... А если мне какие-то я там куда-то выезжал, то это чисто подъезжала машина, я в нее садился и уезжал. Ну, то есть, как бы оно. С какой-то стороны сработало, что много кто из соседей, вроде бы как догадывался, что я военный, но точно сказать, что я военный, не могли. Понятно. Я спустился, встретил соседку, там, и соседы потом. Они говорят, да, типа, вон русские там, вон там, там. Там. кругом. Я выглянул, смотрю, да, стоят в ну, нашей снаряде, типа в наших бронежилетах темповских, все, uh -huh. только с белыми повязками. И я так, я, а, я, не вижу, понял, они мне начинают показывать, я присматриваю, что реально там так через подъезд, знаешь, там, 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 там смотрю, пулемет тащат. Типа. Я такой думаю, вот это я пришел, ездил рукой, я, типа, передо ну и есть, типа, хорошо, пошел. Положили меня, там я лег, э, попил воды, помню, что. И вырубился. Я даже не знаю. Ну, день, может, точно у меня не было там, знаешь, я так просто отходил. Я, типа, в себя пришел. Ну, подвал, как подвал, ходит. Думаю, ну, так, очнулся, Вроде живой, знаешь, типа, никто еще ничего не сказал. Ну, типа, этот, подошел ко мне, мужик какой-то, там, типа, хавать будешь. Знаешь, типа, я такой, а, что есть, что похавать. Он такой, ну да, что-то там. Дал мне какое-то яблоко еще, что я поел. Ну, попытался mm -hmm. поесть, знаешь. Но это... Потом я думаю, блин, ну сколько я тут буду еще сидеть, но ну обстановка ж меня... А не знаю вообще ничего, что происходит. Это... Вышел, там подходили мужики покурить с подвала, я типа с ними вышел, вот так залека посмотрел, и этих еще больше стало. Думаю, да блядь, что гайки затягиваются, значит. Тут в один прекрасный момент забегает в подвал э, парень, говорит помогите мне, у меня, короче, вот там сейчас бои идут на улице. А он, пару раз я его видел, он как бы типа как приходил просто к другу к своему, кому то в подвал сюда, что-то <свистит> приносил, сигареты или что-то. И тут он забегает, там, помогите, помогите, у меня там дети, жена туда-сюда, э -э дома вот, уже гореть начал, в подвале там не спрячешься, я хочу их сюда перенести, типа, ну там надо бежать, типа, возле драмтеатра. <свистит> и все такие, типа, а драмтеатр уже по нему Драмтеатр уже все. Уже так, две стены. Первая и последняя. Типа, на этот. И все морозятся. А я такой сижу и думаю, ну, моя... ну я видел уже такое в подвалах, Знаешь, что типа человек вот сам себе еды наносил, там устроил, его вот там надо что-то сделать, а он такой, типа, нет. Ну можно понять, там люди боятся, еще что тем более такая ситуация. И я такой думаю, ну блин. А я еще вечно себе говорю, ты сиди, ты, 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 типа, знаешь, ты, что это, сам не вписывайся в эту да, тему. Это. Потом слышу, что там был местный подвальный алкаш. Ну он и до этого был алкашом просто. Он пил, но ну, все делал. И он такой я пойду. Я такой думаю, что, блядь, о, кош, идет, а ты что не можешь? Я говорю, и я пойду. Они такие, оп, на меня. Я говорю, ну что надо говорить? Типа, я такой, ну, говорю, как раз я для себя думаю, я пойду с ними, буду с детьми, там, туда-сюда, и походу, типа, помогу парню и оценю обстановку. Но я, типа, немного опять-таки не досчитал. Он говорит, пошли, мы выбегаем, проходим сбоку драмтеатра и выходим, где так по улице просто идет бой встречный. Он говорит, нам в тот дом через дорогу. <laughs> Я говорю, что прям туда, он говорит, прям туда. Я смотрю, крыша горит, ну как бы он не соврал, знаешь. Да, <laughs> ну ладно. И мы вот так начинаем, типа, как собаки, знаешь, на четвереньках, через там вот так свистит, все там рикошеты какие-то, вот пробежали туда, взяли детей этих там с коляску, с памперсами. Там прям маленькие дети были. Один да? маленький, один чуть побольше, может года три, еще такой, типа лет семи, и жена еще и беременная. То есть я беру вот этих детей, тип берет коляску, по отец семейства этого берет ребенка постарше, мы бежим. Обратно. Бежим. Обратно вот таким же путем, потому что другого там, там вот эта улица. Опять вот эти под этими перестрелкой, знаешь, пробегаем. Все, приносим в убежище. Я еще такой думаю, а я такой, ну, типа, взбодрился, мне там плохо чуть, -чуть стало, знаешь. Я думаю, ну, блин, хорошее дело, сделать, столько детей, что я такой, а что за обстановку? Я узнал, а ничего я не узнал, <связываю>, типа, не, я не, было времени, знаешь, смотри. Ну, думаю, ладно, сейчас передохну. А я так чувствую, что я вспотел, капец просто. Как. Я такой, ну, надо пойти переодеться, сейчас еще воспалюху схвачу, и тогда я никак не буду полезен. Я иду переодеваться, переодеваюсь. Там вроде нашел угол такой, где не видно, знаешь. Переодеваюсь, одеваю все сухое. Выхожу, и мне этот тип, который, ну, чьи говорит, ты типа курить не идешь? Я говорю, да нет, а что такое? Он такой, ну ты типа молодец, там все, надо будет с тобой детей там крестить, знаешь, типа вот это. Я говорю, ну да нет, забей, я говорю, что. Он такой, ну ок. И выходит. Uh -huh. Ну я ж ок, ок, что-то посидел, потом думаю, надо пойти на улицу, уйти, типа этот. Я вот так выхожу с подвала и так, просто встречаю лицом автомат. Uh -huh. И типа нет, в зеленой этой форме, в каске. Говорит, этот и этот тип. Чьих детей я, это да, спас? Да, говорит, вот этот. Я такой, Хорошо. Он говорит, выходи. Я выхожу. Он такой, типа, под прицелом меня держит. Говорит, раздевайся. Ничего не спрашивал. Угу. Я же раздеваюсь, снимаю, он видит татуировки. Говорит: о, вот оно такой, что. Такой, там окрикнул. Я там типа особо не успел ничего понять, как меня уже били. Угу. Ногами, знаешь, типа на этот. Били-били меня, что-то там крики. Я так особо не, не разобрал. Потом он говорит: вставай, я встал. Говорит, Садись, там, там ящик какой-то стоял, я сел на ящик. Выходит этот тип, он у него еще спрашивает, точно этот? Он говорит, точно. Он говорит, ну да, в принципе, я масти видел, знаешь. Он говорит, ну все, можно. Я сижу, а тот, типа, заходит в мою хату и начинает выносить оттуда. Типа, этот тип, чьих детей да, ты спас, он да, тебя сдал и пошел чистить да, твою да, хату? Да, Причем вот так я сижу, он выносит там Xbox, плазму, велик, знаешь, что так тупо подчастую и все, туда, в подвал. Я сижу, думаю, ну классно. не могу сказать, что я там был супер заможенный, знаешь, типа, ну, такое, типа, мужицкий набор классический, был вынесен комп, там, э, вот так в подвал все заносило, я сижу, этот же стоят вокруг меня, там, он сначала один был, этот, так скажем, представитель вооруженных формирований, потом э, еще двое подошло, и они такие на меня, этот, этот им сразу, да он назовет, я такой думаю, а я ж я хотел сказать, что я не азовец. Потом думаю, ну ты сейчас подумай, кому ты сейчас говоришь. Ну, что, типа, это... они, да такие... они по мастям определили? ну типа, у, думали, них, типа... у них, знаешь, типа, все, что там написано у тебя, может быть, там каким-то кельтским шрифтом или таким каким-то, знаешь, готическим. Все, сразу узловят. Ну, вот это вот у тех непосредственно, которые меня принимали. И вообще не пойми. Хоть там будет написано даже «Слава России», если это написано «Готика», и ты узловят все. И они такие что-то подошли, что с ним делать? Там туда-сюда один говорит, да давай вот тут забараним, типа, и все. А второй говорит, да не, нам надо он там шефу, типа, туда-сюда. А говорит, иди позови там кого-то. Он пошел, я же сижу. Приходит другой тип, говорит, что, поймали кого-то, он, да, Азовца. Ну, ну, я же такой думаю, скажу, да, я не Азовец, Меня сразу прикладом, ляп, по зубы посыпались. Ну, блин, ладно, понял уже, ну, собственно, всю политику я понял, как это все работает, вопросов задавать больше не буду. Приходит еще один чувак, их не там какой-то командир, говорит, ага, хорошо, Пошли, типа, ведите его с нами. Типа, они меня ведут на их типа, штаб. Ну, это просто обычный дом, знаешь, квартира. Как бы. Они меня приводят туда. И, и просто на улице сядем, Он говорит: садись, типа, вот так просто на жопу. Я сел и сижу. Они там ходят, что-то это. Двое держат меня под прицелами. Потом выходит их какой-то старший, новый. Ну, тоже старший. Что-то там спрашивают у этих. Они говорят, там он... Ну, они у меня спросили, ты откуда там? Я говорю, с Мариуполя. Типа... Что там, охренел, знаешь, типа, что, что, что рады. Ну, такие какие-то вопросы, я просто не отвечал на них, как бы, потому что не знал, что ответить. А кто это были? Это какие-то деннеры, Денеры Деннеры были, были. Деннеры, вот эти, которые, знаешь, автоматы, один магазин. Угу. Вот это вот они привязали меня скотчем к батареи. И периодически, вот пока я там находился, вызывал меня там поднимали типа, вверх на верхний этаж общаться. Всегда, вот у них были. Ты, ты азовец, но ты на меня говоришь. Даже чтоб я там не говорил, что я ну, нереально, типа, знаешь... Э, можно было козырную сказать, что да, я, типа... Ну, я не знаю, к чему это было. Ну, типа, как так, а что ты им говорил, что ты с морской пехотой? Говорил, так? все, нет. Нет, нет, нет. Ты вот слова. Потом заходит в один день тип и говорит, э, ты приговорен к расстрелу. Э, за что? Ну, я так уже, типа, думаю, расстрел. За что? За... Э, он там назвал, но ну, там, типа, звучало это как э, статья нормальная, знаешь, ну такая, типа, как вот прям статья-статья. Э, типа, ну, я такой молчу просто, офигел, знаешь, думаю, как, как это, я сначала не понял, думал, знаешь, это как, типа, какая-то просто случайно сказанная фраза. И он так пошел там, ты, 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 ты. А кто с тобой еще сидел на подвале? Там много людей было, ну там, во-первых, было темно, во-вторых, нам же нельзя было разговаривать с mm. кем просто молчали, типа, и все. Ну, были там люди в камуфляже, Нашем, типа, mm -hmm. понял, еще что но я э, не знаю, типа, кто они, что они, потому что, как бы, не, не до спрашивания было. И это все рисковать не ими. Да, этих шоу. Я там спросил: а ты кто? Он такой. Да, я там ПЗРКшник, знаешь. Они там такие, о, ПЗРКшник, да, вот кто сбивал, знаешь, внизу, да. Ну, и все такие, типа. И потом в один день нас такой уводят всех. Ну, типа, кого он так пересчитал. На расстрел. Да. Говорит, пошлите. Они там собираются все кучей, ведут, а там рядом церковь, понял, здоровая такая, прям Мариуполь. Ее строили, строили, не достроили, а ну, сюда. Ну, там все становимся на колени. Ну, вот так, бам, 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 бам. Я стою, да. Думаю, ну, все. Типа, так задумался, думаю, Ну, типа, знаешь, не было там вся жизнь перед глазами. Я такой думаю, блять, вот, вот, как она. И потом там за, за одного от меня там, оп, я слышу, что-то, типа, прекратилась возня, знаешь. И Типа, говорит, это же врач кто-то должен. Типа, вот эти. И подъехала машина, она говорит, машину. И все, мы погнали в машину. Сложили машину, уехала. Он говорит, подвал. Подвал, все. И вот так, Ты выдохнул, но... Я зашел, ну, типа, меня завели. Все, типа, процедуры эти. я такой, типа, наверное, через, может быть, день, типа... Я такой. А через день они, типа, опять то же самое понял. Опять ну. на расстрел? Ну, уже типа такой. Просто. Типа, ну я не знал, что он просто, знаешь, пошли. Пошли, опять на колени. Рядом. Просто так бам-бам-бам. Ну, заходи. Ну так. И ты такой, опять заходишь, думаешь, блядь, а, -а, -а что -а такое? Может, я уже умер, знаешь? Типа, что а -а 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 происходит? День проходит опять. Это была какая-то психологическая типа история или для чего они это делали? Я не знаю, честно, ну типа, э, э, я не знаю, у меня нет ни у моих знакомых, ни в, моих, э, в моем круге общения, ни в моем мире, так скажем, нет таких людей, которые могли бы вот так делать. Ну, просто нет. Ну, то есть, я, я не узнаю, зачем это. Ну, то есть, и, и вот так я друга своего спрошу, он говорит, ну, типа, я не знаю, ну, типа, ну, зачем. Ну, типа, в один прекрасный день э, меня подняли из подвала. На второй этаж, чтобы. Ну да, говорят, что-то там суета какая-то, помнишь, Суета, суета, и типа их там командир говорит: идем штурмовать завод. Все. Mm -hmm. Я такой думаю, блин. А я ж все это время, пока это, мне говорили, что Киев все, Львов все. Уже, ну, за что ты тут? Ну, я, mm -hmm. я, говорю, я ж не этот, не военный, понял, типа. Я говорю, ну за что? Я говорю, не знаю. Ну, говорит, Киев, все, нет Киева, а Львов, что ваша вот эта родина, типа, mm -hmm. тоже все. Другой. Родина Бендер? Ну, да, ну, ваша mm -hmm. родина, типа, mm -hmm. понял, я такой, ну, окей, Докинул. этот И потом вот это ж, поднимают, поднимает, говорит, завод. Я такой, он еще говорит, завод штурмовать. Я думаю, какой завод штурмовать, что еще не все. Типа, какой львов тогда, типа, если как бы завод, знаешь, сколько времени, я же не знал, сколько <свистит> времени прошло, типа, а, завод еще, ну там, типа, я такой думаю, вот это там патыки дают, прикурить, что я уже а для меня, знаешь, эти дни тянулись как вечность. И тут мне такое типа, информации, я такой думаю, ого, -о -о -о, <свистит> О -о -о, вот это пацаны там прикур... Думаю, Вот это я потом буду вот так ходить и вообще не рассказывать, что я какое-то там участие в Мариуполе при него, он уже типа он в заводе дали так, что типа войти до сих пор штурмует, знаешь. Это а, сколько это... дней прошло уже? Ну, я где-то по подсчетам потом уже считал, что я вот там просидел где-то 3-4 недели, типа, в этом. Ого. А, и они все собираются, короче, и вот так идут туда, в сторону воду. Да. Угу. У них там были, типа, идеи меня переодеть в форму в ихнюю, и пустить вперед. Uh -huh. Типа проверять. Но потом что-то ей как-то срезалась. понятно. И привязать, да, они меня так не привязали, знаешь, ну не так, как обычно типа, там uh -huh. было. Ну, не этим делом, пум-пум-пум-пум-пум, я же сижу. Но я такой, не могу сказать, что я знаю, что супергерой, и сразу такой, фа, все, сейчас труха. Я, я, сидел, я вот так, часа три, наверное. Ну, то есть за это время, в принципе, все могли вернуться, и ничего бы не изменилось. Ну, типа, uh -huh. я вот так сидел, думал, что, типа, я так шанс, что все ушли. Эти, эти непонятно чем занимаются. То есть окно разбитое, знаешь, район я знаю. Думаю, может, типа, все. Ну, типа, это шанс. Потом думаю, ну, а если не шанс? Если я вот сейчас встану просто, знаешь, или вылезу в окно, и меня вот так увидят, ну, это все, ну, сразу все. Без этих. Я вот так сидел, вот это вот у меня два варианта. Либо сидеть дальше и ждать, что там, типа, будет, либо бежать. Попробовать. Да. да. Я думал, думал, но потом думаю, ну, надо а, делать типа если там уже ты уже в принципе понял как оно ну то есть а сейчас ты просто не поймешь ну может, главное чтобы не издевались пока я буду жив знаешь вот этого я тоже боялся я воспользовался моментом так скажем и э, снял скотч и выби... они просто скотчем тебя ну да вот так типа и выбито окно mm -hmm. я вылез спустился там на второй этаж типа там вывеска какая-то я спустился на вывеску с вывески и пошел Отхожу я, значит, модный такой, думаю, на тип. Думаю, пацанам расскажу, никто не поверит. Отхожу метров 500, у меня в спину рот. Он же на подвале сидел, вот так я поворачиваюсь, тупо какая-то женщина так на меня пальцем показывает. Я такой думаю, окей. Типа, и за мной бежит уже типа так секунда, и за мной бежит тип, и меня так хватает за курочку. Гражданский такой высокий. Говорит, пошли, я говорю, не пойду. Он говорит пошли, начинает меня тянуть. А она так зара, улица, понял? Типа, я такой смотрю по сторонам. Военных вроде нет, но какие-то там люди, знаешь, там что-то грели в воду, на страх, они такие все на меня оп. И он начинает меня тянуть обратно в этот подвал. Я думаю, вот он молодец, вот все, классно сбежал. Вот демоверсия, знаешь, типа молодец. Притаскивает он меня обратно, мне не знаю, что этот. Притаскивает Баба это начинает, они начинают меня трепать, типа что ты это, тебе что кто-то разрешал. Еще там что-то. Где, где, а что де, де, шо, тебя отпустили? Я говорю, я не знаю. Они такие, ща? она говорит: я сейчас пойду позову. Держи его, я сейчас пойду позову. Их. И пошла их звать. Типа, он меня затаскивает в этот подвал. А я ему по-нормальному говорю: ну слушай, ну зачем оно тебе надо? Я тебе что-то сделал. Ну, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Зачем оно тебя отпусти, я пойду своими делами. Он, нет. Типа, ну он такой лет 20, знаешь, был. Нет, я тебя не отпущу. Ты вот преступник, ты там такой сокой. Я говорю, слушай, ну не хочется тебя, ну с собой ничего делать, ну как бы... А у меня и так силы, у меня вот это еле хватило сил, знаешь, вылезти, типа вот это всю mm -hmm. путь пыль проделать. Плюс у меня же такое лицо, типа, ну я весь там покоцанный, и сил вообще нет на ногах держаться. И вот тут, а он у меня трепает, знаешь, типа, ну по факту того, что был бы я там на начало 24-го, он меня даже не вывез держать, знаешь. А тут он вот, меня вот так трепает просто, как куку, а я ничего ему не могу сделать. И вот это, что у меня, я говорю, я его упрашивал минут 10. Просто по-нормальному. Я говорю, слушай, ну, ну никак. Он говорит, нет, все, ты, ты должен понести наказание. Я говорю, зашел. За все. Ну и в итоге, вот этой возни, пока мы с ним возились, я его просто ударил, типа. А он что начал там теряться. Я быстро через другой ход выбежал, типа, и тупо побежал. На этот. Там в следующий двор а заныкался. Я такой ну, заныкался в следующем дворе, такой сижу, думаю. Ладно, что дальше? Что, 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 делать? Ну, ты, ты все сделал, что, что теперь делать? А я, получается, они же мой паспорт, там, лишь часы, типа, которые у меня, они хранили вот там, вот этом помещении, где, я, типа, я привязанный был, там все вот так на столах валялось. Я перед тем, как этот взял паспорт свой, типа, вытащил uh -huh. часы. Думаю, паспорт куда сейчас без паспорта, знаешь, типа, взял и, типа, то, что убежал. Я потом думаю, что надо как-то двигать. Такой сразу так. Моя, собственно, самая крутая идея. Куда? На завод. Типа, раньше шу шутили с этого, что ты работать на завод пойдешь, а тут я прям, знаешь, на надо завод, на завод. Да, да. Я такой так, прикинул на ну, я знал, прикинул, куда мне надо. Думаю, пойду. Так, что я буду говорить, а у меня ж там такое лицо, знаешь, весь порванный и грязный. Что я буду говорить? Я буду же останавливать. Ну, типа, что то придумаю, что говорить. Я пошел. Типа, там супер, супер рандомный какой-то случай я иду и так слышу меня ну стой я такой 5 Что, серьезно mm -hmm. поворачиваюсь какой-то мужик с маленькой такой ручной собакой ну иди сюда я говорю, нет он такой «А ну а там пацаны приходят военные yeah. ну денеровские он mm -hmm. говорит он ну, что-то тут под я его не знаю а у них походу там за это все это время образовать типа если с какого-то двора там в каждом дворе сидели типа ответственные денеры типа mm -hmm. если кто-то там говорил что он не знает там кого-то то его сразу паковали, я понял mm -hmm. Я такой стою, он подходит ко мне, что ты тут делаешь? Я такой, да иду туда, откуда? Я говорю, оттуда, там он дом сгорел, все. Паспорт, я даю паспорт, он открывает, что-то там смотрит в нем, подходит этот тип собак, говорит, короче, сейчас моя собака тебя нюхает, если она на тебя не гавкает, ты, значит, нормально, иди дальше. Угу. И ДНР такой говорит, ну да. Она, он так берет собаку, она меня обнюхает, типа, он такой, нормальный. меня дает паспорт, и все, иди. Это что за мулька с собакой? Я, я не знаю, это все реализм, это такой портал, знаешь, в какой-то, типа, фильм Кубрика, понял, где ты, типа, детектор ОЖИ на то, чтобы тебя не убили на месте, это какая-то переведенная собака, знаешь, типа, у которой тебя вот так, типа, со стороны эту картину все представить, но ну, это ну, я не знаю, сербский фильм вот, если uh -huh. ты смотрел, ну, вот, вот такое, типа, что-то. Я такой отхожу, думаю, блин, ну, может, знаешь, типа, сейчас в спину выставить. Не, он такой посмотрел, он там пошел с собакой, дальше сел, так сидит, смотрит, кто ходит, так. Я такой думаю, блин, безнадежно, что делать. И тут уже вечерело, я нашел какие-то руины. В руинах там потусил, значит, uh -huh. поспал. Потом вот так перебежками руины, руины, там, то, все. В одном месте я, короче, спрятался, Прятался я там некоторое время, ну пару дней, может, знаешь. Я среди местных слышал разговоры, что левый берег, типа Мариуполя, еще под контролем военных украинских. Угу. Я такой думаю, ну все. Ну, туда. Прикольно. Какие это, я еще думаю. Ну, в принципе, для меня неожиданно было, что левый может быть под контролем. Но думаю, вообще без вопросов, начинаю туда пробираться. Каким-то образом, знаешь. Этот... Путь я себе наметил, он там был, я один единственный, который был возможный, знаешь, и я вот это прятал-собрался, потом думаю, блин, ну как-то ж надо двигать, я в один прекрасный день вот так выхожу, поворачиваюсь, в соседнем дворе стоит танк русский, и тип мне говорит, слышь, вилы дай, ну, тип, да? вилы, ага. ему надо было закидать травы. я типа. uh -huh. там вилы торчали, я ему так даю вилы он такой, спасибо. И начинает там. А я вот так выглядываю из-за танка. Там один БТР, второй, там, я не знаю, наверное, пару-тройку рот. Они готовились на завод заходить? Да. Типа. Они там как-то обходили, я не знаю, что угу. это, это. А это именно там морская пехота РФ. Ну, то есть это не, 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 не ДНР, наверное, а вот именно контрольные Тоже боевики. Военные. Я такой, думаю, принимаю решение, что надо отсюда валить прямо сейчас. Потому что сейчас дай вил, а следующий вопрос раздевайся. Ну, как всегда. Я пошел шоу-шоу. Ну, а знаешь, типа, заходя в тот район, который там, типа, смежный, типа, промежуточный между двумя большими районами, это было жесть. Ну, то есть ты идешь. Так люди валяются мертвые, никто ничего не убирает, знаешь, типа там без ног, без рук. Ну, они просто лежат, целые районы брошенные. То есть я там когда-то проезжал, то, то есть нормальная развязка там была. Ну, ничего, ничего, все сгоревшее, вот так торчат эти, типа, неразрывы, знаешь. Ты идешь, и вот так, типа, я туда отошел, там вроде более-менее тихо было. И такая, тупо мертвая тишина. И, и куча, куча мертвых людей. Просто вот так вот смотришь, там где-то военные лежат, знаешь, мертвые. Где-то танк там стоит подбитый, типа, там один, второй, третий вот так стоят такой думаю, а это ж далеко от того места, где я был, знаешь, типа, где мы, я даже представить себе не мог, что это задвиж. Вот. Я вот так иду, 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 потом встретил какого-то мужика, он тоже шел в ту сторону, и он такой, типа, пошли вместе. Ну, пошли. Ну, вот так вдвоем идем, а я так иду, думаю, вообще открыто, и никого нет, знаешь, я такой думаю, ну, сейчас просто контролируется, там, если не военными, а снайпером каким-то или еще что-то. Бам-бам, все, пока. И мы дошли до района. Mm -hmm. а я все думаю, как это так? Ну, мы, блин, такая странная дорога и ничего не этот. Упираемся в район, и я понимаю, что район не наш. Ну, там уже вот так тоже. Без дырусы. Да, у Мосинки, калаши. Все. Я такой, типа... И там какую-то группу людей, типа, они пытались эвакуировать с того места, где вроде как идет бой, в более безопасное место. Я к ним прибился. И они вот так, типа, меня продвигали, понял, типа, uh -huh. вперед в глубь района. А я же такой, там уже от них отделился, засел на, на каком-то там уже разваленный, сгоревший дом. На, на каждом углу. я так залез в руины, такой, Думаю, что теперь делать? Ну, на завод я не попаду, в левый уже военных нет типа, а как, а как, а как, как так, типа, как-то, надо выбираться, ну, что делать, типа, везде, ну, я такой думаю, блин, что... а, Ну, я вот так вот прятался, типа, по домам, под разрушенным, по заброшкам, что, а хавать хотел, просто капец. Это сколько делал. уже не кушал? Ну, то время, наверное, дня, ну, я там где-то нашел, короче, какую-то собачью консерву одну я съел, ну, не знаю, дней пять, mm -hmm. наверное. Так что он ну, какую-то воду служит, там вот это, чтобы попил воды, когда мне давали, это, это консерву. И, по-моему, я еще где-то нашел сухарь. типа, запечатанную булочку, куда я ее, типа, раскрошил и ел типа, uh -huh. по дороге. вот это все, что я ел. Это... Там уже, короче, на месте я определился, что надо где-то прятаться и надо что-то делать. Это выживать надо. Uh -huh. что -то, что -то. Нашел место, все там туда-сюда. Потом... А -а -а там все развалено, знаешь, куча уничтоженного всего, куча всего сгоревшего, там какой-то рандомный дом разваленный нашел и в нем, собственно, ж -ж жил, как сбежал. Типа не было аж ничего, ни света, ни интернета, ничего, ну, как бы, в принципе, во всем городе, как бы, везде не было, никаких коммунальных. И я такой думаю, блин, ну, вот это ж, походу, все, походу, тут я теперь буду жить там какое-то количество времени. Чуть позже мне повезло выйти на свою знакомую, которая мне там помогала. Она там периодически, ну, она нормально настроена была, она периодически там приносила мне еду. Ну, тогда, поначалу она ничего не приносила, только, как говорится, моральную помощь, типа и организацию моей. Я потом с одного места на другое переместился, где было немного поудобнее, там, подвал. И все, и со временем там сидел, типа еду искал типа в соседних разваленных домах, если получалось, типа, потому что там же везде патрули, везде контроль, везде все-все-все. То есть типа неизвестным лицом светить там просто так бы и не получилось. Чуть позже, а ну есть в общем, я насобирал там в домах Чуть риса, знаешь, какие-то картошку прогнившую, там mm -hmm. что-то, и думал, что есть, есть как бы нечего, и много у кого, не, нельзя было там кому-то обратиться, да, еды, идти, так далее, люди сами ничего не хавали. Поэтому пришлось ловить там, знаешь, голубей, собак. Что, что из этого вкуснее? Голуби. Вкуснее? Ну, сука, курица, в принципе, я ж не мастер-шеф, конечно, вот это готовить, знаешь. Слушай, мне... а как ты готовил, ну, не имея никакой ни коммуникации, ни плиты? Ну, просто... я, типа, просто местный. Место себе выбрал, я не мог себе позволить, готовить, варить, знаешь, много дыма было, быстро, типа, вот за раз, угу. типа, где-то, чтобы дым минимально. я подбирал дровишки там какие-то, я приблизительно ориентировался, что не дымит, знаешь, сильно, типа, и вот из них там быстренько какой-то костерчик развел, за раз что-то вот приготовил, угу. типа, там пожарил, ну, в основном, там, знаешь, так, типа, сделал, схавал все, потушил. Угу. Типа нельзя было там поставить вариться себе там, суп с голубей, знаешь, на 3 часа и там сидишь. Ну и все, вот так вот и выживал по какое-то время. Пришлось мне покопать там, короче, расширить свое пространство. Типа. В Ну да, между подвалами, типа по прокоп делал, знаешь, угу. чтобы типа, можно было как-то передвигаться, выходить там беспалевно. Угу. Типа, ну что, как-то начал. Ну я первый, наверное, как туда попал. Вот этот, нашел минимальный запас какой-то еды, там похавал, знаешь, какую-то ложку гречки там пропавшую, mm -hmm. картошку какую-то протухшую, что-то. И я, наверное, какое-то количество времени очень долго проспал, тупо, знаешь. Mm -hmm. Я вот так увалился прям, в, в чем было. И, вот так, и потом у себя пришел такой, я даже не понял, сколько времени пришел, знаешь. Типа. Потом думаю, блин, надо что-то организовывать какое то быть чушу. А прекрасно понимаешь, что любое мое действие, это сейчас меня, знаешь, типа, как отнет вот к той серии, да. где, здорово. В ползком ночью все. Ночью ползаешь, что-то делаешь, что-то там суетишься. Днем ты вообще на поверхность не выходил. Нет, это типа очень большие риски. Типа, ну, знаешь, типа, ты такой выходишь и типа, о, здорово, здорово. Я все по новой. Это же не кино какое-то, знаешь, что тебя увидел там гражданский, и тебе там надо убить гражданского. чтобы выжить. Это только в фильмах такое бывает. По факту ты, типа, просто ныкаешься и все, все сидишь. И надеешься, что, типа, так сложатся обстоятельства, и у тебя остался какой-то запас удачи, который тебя засейвит вот от чего-то либо, знаешь. Mm -hmm. Но потом вот это я как выспался, и потом я спать, в принципе, тупо не мог, знаешь. А даже если когда я чувствовал, что сейчас могу надолго уснуть, мне приходилось как-то себя э, чехлить, чтобы не проспать вспышку какую-нибудь, или кто там что-то шарится, знаешь, или еще что а ты по сколько спал вообще времени? Ну, по 40 минут. 40 минут спишь? Ну и там 20-30 минут не суклю, знаешь, типа, угу. пока там... все дома вокруг бывают, это такие, знаешь, там бабушки с дедушками, походу. У. Там ничего, типа, вот старые матрасы, типа, старые какие-то тулы, насобирал, оделся. У меня там, я такой же взрослый был, волосы, знаешь, типа, борода. Этот, э... Плюс я там во время всех вот этих манипуляций, я еще травмировал себе колено. Я нормально не мог на ногу. Ну, я вставал, но я не мог сидеть, знаешь, типа не мог стоять, типа, mm -hmm. нормально долго. Ну, на этот э, палку какую-то, я зашел на палку, опирался. А, думаю, что надо быть какой-то у себя печку никак грецкая ну, здесь, не, не сделаешь. Тем более, я же такой печник, знаешь, как никакой. Ну, то есть типа, на картинках видел, как печки делают. Mm -hmm. А где я там сделал? Я даже потерял, нужно, что-то еще. А где там... Выполз ночью, пополз, знаешь, куда-то там, что-то нашел, О, ну, классно. А куда там. ты ползал? Приполз, ну, сначала я, типа, ползал в районе, э, ну, типа, в районе нескольких домов по кругу. По... Потом, когда уже там все, все закончилось, я ползал на свалку. Uh -huh. Там была свалка, ну, там нормально было ползти где-то пару км типа, в одну сторону. И сколько времени у тебя это занимало? Ну, пару-тройку часов, типа. В одну сторону? Ну, да. Типа, этот, э, ну когда как, знаешь, я, я, может быть, там не всегда четко определял, как, оно что, типа, ну, если вот так просто взять и ползти, знаешь, на какую-то свою суперфизуху там положиться, то, может, это вообще там чуть-чуть, но для меня все, все, что для обычного человека там было ничего себе, ну, типа, просто это было, же жесть, ну, типа, какая-то либо жизнь рискуешь, либо у тебя здоровья не хватает. Вот этот, на свалке там находил какие-то вещи, знаешь, которые что-то выбрасывали люди. И, и там было некоторое там, знаешь, выброшенная там пропавшая еда, которая еще там с э, февраля месяца, типа, ты открываешь там такие запахи, уже надо что-то искать, может, что-то не испортилось. Типа. Mm -hmm. Я там какие-то сосиски нашел, типа... Консервированные? Нет, такие, типа, вот это, знаешь, сосиски mm -hmm. в пакете завязаны. Я их открыл, типа, понюхал вроде нормально. Ну, типа, я смотрю на что у них там февраль, вроде знаешь, а тут уже как бы от февраля далеко, и лето уже, знаешь, как бы в разгаре mm -hmm. прошло. Думаю, хэ. ну, я их взял, типа, помыл там, типа, в дождевой воде, короче, сварил, бахал. вообще шикарно. Типа, супер сосиски были. Я тогда прям, может, такой, фу, от голубей отошел. Слушай, типа. ну, ты экономил всю эту вот историю, которую находил, но растягивал. Сколько ты кушал вообще? Вот, раз в день. Раз в день. Я никакого... ел раз в день. Вечером старался, угу. типа, все. Все остальное, это если у меня там была заначка с чаем, меня мне находило, то это типа чаек. Или по возможности вода, потому что вода тоже не всегда. Самодельный фильтр был, там, знаешь, типа сопивок, угу. песка, там, бутылка угу. такая. Я в нее типа выливал дождевую воду. По итогу там получалась какая-то типа фильтрованная вода, я ее пил. Слушай, потому... ну хорошо, ты на протяжении уже больше чем полугода находился на Подвале. Ну, То есть ты свою будущее в перспективе видел, или это все у тебя жизнь а... на подвале до конца дней? Какой-то ну, план разрабатывал. План, э, я себе когда столкнулся с этой ситуацией, и я понял, что меня безнадежно, Вот как я там в первый раз меня забезнадежило на руинах, на тех, угу. что я вот прям все. А на подвале там на этом меня начала прям безнадежить регулярно. Я такой, что делать, вот, что теперь делать? Я такое вспоминаю, есть ли у меня знакомый знакомых или я где-то может такое слышал а не где чтобы там да, какое-то типа долго вот именно в таких mm -hmm. условиях знаешь типа и в обстановке противника типа а, -а как что ну, я такой сижу думаю блин а что я такой начинаю так я может быть сделаю там там и начинаю строить планы потом я понимаю что это все такой бред что я просто в одно лицо я не супер там спецназ, там я не, там, знаешь, у меня есть татуировки. Если бы у меня не было татуировок я вот был бы белый, знаешь. Ну можно типа, на гражданского было. Можно прыжать. было прокатить, да, это при условии того, что на тебя никто пальцем не показывает или тебя там нету ни в каких. У них же там, ну это я уже потом как узнавал Некоторые начальники там с той же полиции, там со всяких непонятных охранок, они вот так чтобы выехать из кольца из окружения, они сдавали списки своих сотрудников. Mm, их выпускали. Mm -hmm. То есть, а потом по списку это, знаешь, они там типа распространяли его. Да, и ты такой типа, опыт, на тебя мог так кто-то показать. Я там, в принципе, татуировки, не татуировки. Можно было еще и хуже без татуировок загреметь, знаешь. я вот так просто в один прекрасный день думаю, так, все, короче, я не разрешаю себе мечтать и планировать. Вот у меня есть один день, максимум завтра. Будем отталкиваться от этого. Изменятся обстоятельства. Типа я вот прям запретил себе, знаешь, там мечтать и планировать вообще обо всем. То есть я не думал, что я там отсюда выберусь. Что я там, типа, как я буду работать. Это жить смирение или, уже либо... Ну, наверное, типа, я думаю, чуть, чуть позже. Благодаря там людям, типа, и моей сноровке, так скажем, получилось раздобыть там чей-то там потерянный телефон. Я начал выходить на связь. У меня не было, я же свой телефон уничтожил, а у кого сейчас, кто вспомнит пароль, там вспомни пароль, знаешь, от своего ящика, все-таки, блин, где-то записано еще что-то там, максимум от банковской карты. А тут как бы куда писать, что писать, кому типа кому звонить, такой, что делать. Я вспомнил, что у меня в Инстаграме, я к Инстаграму относился так, типа, знаешь, и у меня там просто пароль без подтверждений, без идентификации, без ничего. Я такой, ну, захожу в Инстаграм, а связь там мягко скажем не очень там знаешь uh -huh. захожу в инстаграм так думаю наш uh, связь э -э уже была российская да, да феникс был uh -huh. типа но он очень тугой был там типа очень прям я думаю кому писать вот кому сейчас не напишешь с а, а, ну, времени сколько прошло кто-то переобулся кто-то уже может на русаков работать, кто-то еще шинат, что -то... сейчас напиши там через минуту типа, о забывай, знаешь типа что ты делаешь Посмотрел, кто был в сети, типа из моих боевых товарищей. Ну и написал им первым, типа, так и так, что я вот такой идиот, <laughs>, типа, вот так и застрял. Uh. Что и требовалось доказатель, нормальные люди сразу начали мне задавать вопросы, ну проверочные. Типа mm -hmm. там, скидывают фотку, а что вот на этой фотке, знаешь, там, mm -hmm. или а, ну, расскажи там тот случай, знаешь. Там. Ну это нормально, я тоже так делал, на самом yeah, деле. так это правильно. Да, да, да. Вот, вот. Я там поотвечал со скоростью улитки, знаешь, угу. типа, тоже я ж не мог, ну, типа, я не знал, как это все работает, и постоянно включенный телефон держать тоже был не вариант. Там какое-то время прошло, и опять, типа, и потом уже, когда удостоверились, что я это я, типа, что вот, типа, жив, жив, типа, тогда я уже начал такой, типа, задавать людям вопросы, а есть возможность что-то с моим положением сделать, потому что ну, я, ну, как ты спрашиваешь, что, как, какой, какая моя перспектива здесь нахождение? Эта информация начала шириться. Там еще люди узнали, что я там в каком-то положении. Мне у нас начали поступать предложения просто идеальные. Сдайся. Ну, мы не знаем, что с тобой делать. Ну, типа, Перспективно. Да, иди сдайся. Я говорю, аж ну, дальше. Ну, может быть, мы тебя поменяем. Угу. Я говорю, такая. А может быть, тебя убьют. Ну, а поскольку это раз, а во-вторых, поменяем шоп шо. Что? Я там, знаешь, no name абсолютный, Типа не медийный, не какой-то там супер этот, еще что-то, что чтоб меня нафиг. Навсегда... Кто меня там будет менять? Ну, типа, кому я там нафиг нужен? Есть люди, которым даже я знаю, что их надо в первую очередь, очень большое количество, а уже за меня там что говорить, знаешь. Так и твоя дальнейшая коммуникация уже с. Так, коммуникация давай. заходила в то, что, типа, вот, э, ну, пацаны, которые, знаешь, такие же рядовые бойцы, как и я, что они там могли сделать, они там пытались как-то поддерживать, знаешь, mm -hmm. морально там что-то писали, еще что шутки там шутили, черные армейские, знаешь, mm -hmm. типа, э, этот, э, Другие, на которых я пытался выходить там уровнем, да, выше. Там, ну, вот эти все там отговорки. Типа. Ну, я уважаю людей, которые говорили, что нет. Ну, нет возможности, все. Это вот я типа. Ну это легче, чем тебе. Это легче, видеть, чем тебе так... говорят, да, иди, иди в пешком выйди. Типа, да. или иди сдайся. То есть, как это, типа, все. То есть, или да. да, мы поможем, а на деле. Да, или знаешь, как, как мне сдаться после того, что я сбежал. Ну, типа сказать, здесь что-то же покажет, вот та же самая женщина mm. даст ему Да вот мы что, Вот он, и все. Вот. Я потом в итоге я вот уже так знаешь новый год прошел, я супер суперски встретил новый год. Отбивался от крыс у меня было нашествие крыс в подвале. Они хотели съесть мои запасы. Да, да такие здоровые. А я не хотел, чтобы они ели мои запасы. И у меня там с ними был очень очень серьезный батл. Я еще боялся, что они меня, хотя съесть они голодные знаешь. Поборол я всех крыс. А летом у меня было нашествие пауков. Вот таких здоровых тоже. Mm -hmm. Я арахнофоб жесткий, значит, mm -hmm. типа, никаких пауков не должно быть. После Нового года я уже так э, начал унывать еще больше. Во-первых, холода вот эти начались, знаешь, типа как раз после я Январь там... как раз, Ну да, я спал там под тремя матрасами, вот этими советскими, я mm -hmm. понял, такими вот так там непонятно, чем закутаны, сырость, типа. Но э, холодно, плюс сырость, знаешь, типа на улице тоже типа особого нет, ничего нет. вот это приходится, чтобы сырость убрать, типа, еще холоднее становится. Ну, короче, грел там какую-то воду, если я в бутылке ложил под бок, знаешь, mm -hmm. типа, чтобы какое-то время, типа, было. Э что-то что пытался там делать какие-то физ упражнения. Знаешь, там были кирпичи, и типа, поэтому mm -hmm. что-то, ну, силы вообще ни на что не было. Там, два раза, знаешь, там отжался, но ну, попытался, по крайней мере, все спать. <laughs> <laughs> Тут... И в один прекрасный день. Благодаря там, моим товарищам, еще людям определенным, выходят на меня на связь, представители типа ВМС. Говорят, там так и так. Ты вот Морпех, молодец все мы знаем, да сюда есть к тебе дело. Я такой, какое? Ну, думаю, сейчас типа опять, знаешь, эти все они мне объясняют ситуацию, суперсекретный план по эвакуации, и говорят, есть один процент ш... угу. из ста. Ну, то есть, этот, вот мы поможем, но есть один процент, типа. Обязательно Если просто. да, то есть, да, нет, типа, ну все, типа, там мы уже не поможем. Я так Опять меня, знаешь, вот этот, типа, вернуло меня в тот момент, когда я сидел на стуле, типа, и думал, что делать, типа, бежать или не бежать. Типа, uh -huh. И вот я опять так сел. Все здра... А уже с информации больше в голове, уже я насмотрелся на то, как это все происходит. Плюс я там узнал, там, фильтрационные вот эти моменты, знаешь, вот я, я откуда думаю, да, как, как. Ну, типа, сидел, думал, думал. Опять я перестал спать, знаешь, типа, вот это какое-то состояние тремора, вот этого там, на грани потери сознания. Ну, потом для себя думаю, ну, вот так ко мне пришел такой вопрос, как ты задал. Типа, а перспектива, что? Сколько? 10 лет, там, 5 или что? Ну, mm -hmm. чем это все закончится? Ну, думаю. А я тут блять, молодой. горячий, что мне жить, а не в подвале, знаешь. Тиря, у меня такая же борода была, два, там, волосы 20 сантиметров. Типа. Я им говорю, что да, давайте. Типа. Я рискну. И рискнул вот. 13 февраля этого года я приехал на уже подконтрольную территорию, на Украину, так скажем, и все. И до сих пор не могу иногда понять, что я типа еще не там. Слушай, ну это спецоперация была проведена, и ты на своих ногах это все делал. Там, да, интеллигент, интеллигент. да. В М... это ВМС, спасибо им за это огромное, я никогда не перестану говорить, как бы, хотя ну, у меня с ними отношения как семейные, типа, поскольку я морпех, а ВМС это типа mm -hmm. этот, мы там и ругались, и с беретами эта история, и mm -hmm. что-то, ну вот как видишь, ну то есть многие люди говорят, типа да ладно, Серьезно? Я говорю, ну да. Ого, такие, ничего себе. А что ты, вот какие ребята, оказывается, вот так они могут. Слушай, я забыл у тебя спросить, задать тебе один вопрос. Твое отношение к 36-й бригаде, к происходящему, произошедшему в Мариуполе? О, часто его слышу, много сам об этом думал. Знаешь, я там с ними не был, вот рядом, к сожалению. Ну, не знаю, к сожалению, к счастью, я не видел, как это все происходило, там конкретно у них. Uh, тут можно сказать, типа, свечку я не держал, uh, и не могу сказать, что так. Но ну, я знаю, что там было много достойных пацанов, которые готовы были рубиться. И я лично там много ну, знал. И я не знаю, какое сечение обстоятельств привело их к вот тому, что произошло. Так же самое как и первый батальон. Uh, но думаю, что тут надо уже постфактом, когда все закончится, разбираться в этом более плотнее. Есть виновные по-любому, кто-то там где-то что-то накомандовал потому Но мог что броню дать такой приказ самолично на выход и mm. по факту на потерю личного состава в какой-то степени мог я не могу исключать этот момент наверное. я не могу сказать что нет он красавчик он бы такого не сделал потому что когда началась вот эта война и когда все поняли что вот 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 он вот она смерть вот жесть вот всё, тут все поступали как дурачки, знаешь, ну в большей степени. Так же само, как и я, со, со всеми своими решениями, где-то правильными, где-то непонятно. Какие. То есть сейчас можно сказать, что я все делал правильно, потому что я сейчас здесь сижу с тобой разговариваю. Но на самом-то деле э, нельзя это констатировать как факт, потому что я там мог сделать по-правильному и там оказаться в других условиях, да? В плену. В плену. Или я мог просто, как делали некоторые, сесть в машину 24-го и уехать. Чего не уехал? Бы. А у меня даже мысли такой не было. Вот твой начальник, кстати, вот непосредственный. Но я изначально был, ты принял решение, будем воевать. У меня, знаешь, у меня даже не было мысли принимать решение по поводу оставаться в Мариуполе или нет. Это как само собой положено. Ну, то есть, я вот... Ну, то есть единственное, что когда я там подзадумался, это когда вот я разговаривал со своим товарищем, он мне говорит, там, Краматорск, вот, надо собраться с старой группой. Но это был такой диалог, знаешь, больше как подвод к э, тому, чтобы всем, всей бандой движевать в Мариуполе, потому что все прекрасно понимали, что вот это тут, скорее всего, будет вот этот портал ВАД, угу. знаешь. Потому что это сухопутка на Крым, там важные объекты. Да, этот. Вот это вот может быть какой-то типа просто... А так у меня не было такого, что надо там уехать. А что я не уехал? Типа, а что это сейчас я уже такой думаю? Ну блин, мог же уехать? Мог. Но не поехал, потому что я не думал об этом. Типа у меня все типа было просто. Вот я собрал снарягу, вот я ищу с кем воевать, вот я воюю все. Ну то есть типа смотрю, Мариуполя уехал. Нет. Мне же там когда-то даже наградили медали там, за оборону Мариуполя. Думаю, потом, потом скажут, вас что -то ты -то нацепился. За что это? Ну, это не сейчас, это меня сейчас за старые заслуги. Типа. Слушай, ну ты прошел очень тяжелый э, и большой и длинный путь на грани жизни и смерти. Наверное. Как сейчас, э, скажем, в цивилизованном мире э, проходит э, твоя реабилитация? Ты адаптировался вообще как-то после всего прожитого, после. Скажу так, что я не могу там не вся, знаешь ну, есть там люди, так скажем, некоторые, которые там где-то кашлянули в их сторону или рядом где-то, они там все, ПТСР, ПТСР чик, знаешь, как это сейчас модно там, или там я там контужен или еще что-то. Ну, есть проблемы со здоровьем, это, за все это, типа, ну, то есть, за весь этот период насобиралось проблем очень много. Ну, тут такое. А моральная адаптация, я не знаю, как она должна проходить. Ну, то есть, знаешь, я там... Ну, в социуме как ты себя чувствуешь? Вот сейчас ну, в спокойном не, городе... Не комфортно, ну, не совсем комфортно. То есть я когда вижу со своими там, там боевыми товарищами, знаешь, у меня какой-то, типа, такой оп, боевой товарищ, знаешь, сразу такой ментальный, типа, окоп, Контакт. вы там mm -hmm. вместе в окопе, там такое, типа, окей, знаешь, я смогу, могу там с ним разговаривать. С mm -hmm. гражданскими людьми мне сложно разговаривать, типа, о чем-то, меня там спрашивают. А я не знаю, ну типа, я знаю, что если я как-то отвечу, это надо подумать, что ответить, что-то ляпнуть, что-то не ляпнуть, mm -hmm. типа и вообще, что с ними разговаривать. Я там самая большая проблема для меня, типа, адаптироваться вот к тому, что прошел год, знаешь, типа вот с этого момента. Я иногда захожу в магазин и я не могу понять, не могу понять, почему меня не выгоняет охранник за то, что я без маски. Потому что на момент 24 числа сказал, это маски. еще был топ. Там маски, вот эти все. Да. Знаешь, а я такой типа хожу по магазину и жду, пока меня там охранник. Или я там э, могу понять, откуда такие цены. Для меня что до 24-го были цены вот такие, а сейчас цены другие. И я типа это, ну, за то, что типа, иногда я типа сижу и не могу понять, почему я не в подвале. Я уже вообще не говорю. А спишь как ты вообще так сейчас? Так как в подвале спал, так и сплю. В 40, 40, там, теряя час и 20 минут, там. Слушай, mm -hmm. а э, питание, вода, весь вот этот человеческий быт, у тебя есть, знаешь, вот эти штуки, типа, из-за того, что был дефицит долгое время, там, как-то бережно к этому относиться, экономить продукты или с этим, типа, нет проблем? Как тебе сказать? Есть, но ну, как-то так, знаешь, это какая-то уже супер привычка. Ну, начнем с того, что а, у меня, ну я не знаю, ты, наверное, мне должны об этом рассказать психологи. Типа, но ну, я для себя вывел то, что у меня есть типа страх, что у меня не может быть ничего своего, знаешь. Вот какой-то вот этот момент отпечатался, что у меня все забрали, понял? Угу. Типа, и у меня ничего нет. А сейчас на этот же момент дома, где я жил, снесли. Uh -huh. Ну, то есть, мою квартиру, там все, там ничего нет, ну, по факту, типа, и вот, наверное, какой-то психологический момент, когда там я видел, как выносят мою хат-хату, знаешь, вот это все, и я сейчас, типа, мне вот что-то люди там дают, вот, на, типа, это тебе, знаешь, а я так беру, вожу, и я этим <laughs> это не трогаю, потому что мне кажется, что мне сейчас это, мне либо придется это отдать, либо у меня это кто-то заберет. Так же самое, как э, и вот с едой, там, все, я первое, первое время, как приехал сюда в Киев... Я, наверное, часа четыре гулял по супермаркету, смотрел на, типа, обертки, знаешь, от еды. Ну, типа, красивую еду, типа, сколько ее много, и что, типа, можно взять ее, пойти и купить. Типа, тебе не надо за ней ползти, тебе не надо ловить что-то там, знаешь, тебе не надо думать, что там, как найти где-то хворост, который не будет дымить, типа, чтобы тебя не спалили, знаешь. Вода с крана я вообще молчу, это отдельно. Но сейчас я уже привык, вот к воде, кстати, нормально, типа, привык. Ну, пью с крана, кстати, воду, мне нормально, на вкусно. Слушай, когда сейчас в Киеве с тревоги, может, ты слышал и прилеты за последнее время. Какие твои внутренние ощущения? Не, я сразу как бы считаю, что надо валить, <laughs> типа, с улицы куда-то прятаться еще. Но это ж не шутки, знаешь, я после вот этого всего, я перестал к этому относиться как к шутке какой-то. Mm -hmm. типа, Долго типа... война будет идти, твое мнение? Думаю, да. Победим? Победим, а что, у нас есть выбор. Типа, мы тут свои, а они тут чужие. Нам надо побеждать. То есть... Скажи, последний вопрос тебе задам Твои планы на будущее? Реабилитироваться как-то, привести себя в форму, потому что сейчас даже если что ну, придумать там себе, что я что-то там умею, знаешь, что у меня есть там какой-то супер опыт, то я это физически не могу реализовать, потому что здоровье там вот это все. А для военного физула это как бы оно должно быть. Вот как я подведу вот эти все параметры, свое какое-то там, здоровье там, моральное, физическое и свою физическую подготовку к какому-то своему определенному этапу, ну то есть нормам своим, то тогда уже от этого буду отталкиваться. Это, ну, на моей суперслужбе меня типа восстановили. Но надо ли она мне теперь, это уже другой вопрос. То есть они ничем, ничем не занимаются, поэтому как говорил мой друг ныне пропавший без вести, что в первые дни войны вас будут защищать приблизительно 2500 отборных ветеранов. Потом, когда это все загрузит в котлах, вы уже, там, попивая латы, будете думать, кто из вас, типа, проиграет в карты и пойдет, типа, воевать, знаешь, так же самое и этот много людей, кто отдал свою жизнь, там много кто еще отдаст свою жизнь, там, и возможно, что это буду и я, как бы, везение, оно не бесконечное, тем более в том количестве, в котором я его потратил. И ты что-то хорошее сделал в этом мире, наверное. Я кормлю котов бездомных в свободное время. Я очень много спас котов с деревьев и накормил. Я надеюсь, что это мне какие-то очки, знаешь, типа набивают, а они потом сгорают, типа, в какой-то определенный момент. Этот, Поэтому надо готовиться, что тот, кто не готов, тому будет плохо. 14 год добропас. Всех убить. Мне пришлось по ходу дела, когда мы убегали, раздеваться вот так на ходу нормально. Сходил за премией. Ну а что понимаешь, война началась, что, чтобы